Добрый день, дорогие слушатели, зрители. У нас сегодня необычный день. Такая образовалась при моем непосредственном участии наша совместная конференция. Кто у нас участники и как это получилось? Ко мне обратился один из подписчиков, Игорь. Игорь, насколько я понимаю, проходит через ситуацию, которая описана в книжке Ричарда Гарднера «Синдром отчуждения родителя». Сейчас даже не важно, имеет ли это классификация какой-то научный статус официальный или нет. Важно, что наблюдается набор симптомов, причем, судя по всему, тяжелый набор симптомов. Я решил попробовать вместо того, чтобы самому рассказывать, что у меня было из этого и как это можно применить, все-таки попробовать привлечь профессионала, человека с образованием по профилю. Я бросил несколько объявлений в разные места, и, к большому сожалению, где-то объявление осталось просто без ответа, то есть ноль реакции. А где-то люди просто вежливо прямо отказались, сказали, извините, мы эту тему не возьмем. Вот без дальнейших объяснений. Я попытал счастье, зашел на YouTube. Если набрать на YouTube по-русски «отчуждение родителя», то находится два видео. Первое видео – это мой перевод старый, который я делал лекции Ричарда Гарднера. Он еще со старым звуком такой, так себе сделан. Вот. А второе видео обозначено как тоже синдром отчуждения родителя и, к сожалению, неправильно подписан, якобы Ирина Шапошникова. Вот. Ну, небольшой поиск по интернету, короткое расследование привело к тому, что я нашел профессионала, который говорит на эту тему, говорит в области, в которой работал Ричард Гарднер, и зовут ее Агата Анатольевна Шапошникова. Она сегодня с нами, и надеюсь, что самое профессиональное мнение будет услышано от нее. Большая благодарность за то, что согласились в этом участвовать. Я сам не до конца понимаю, честно говоря, что и как мы хотим сегодня достичь, но я вижу цели две. Первое – попробовать в меру того, что можно сделать удаленно, поговорить и продиагностировать ситуацию Игоря, конкретно то, что у него происходит, и дать какие-то там, может быть, советы там, или наметки хотя бы, куда двигаться, что делать, чего не делать. И на его примере дать небольшой ликбез, потому что, к сожалению, ситуация очень распространенная, и даже название вот этого словосочетания «синдром отчуждения родителя» его мало кто знает, потому что набор этих эффектов, он известен многим. Обычно про это говорят «мать настраивает ребенка там, против отца после развода», или ребенок отказывается участвовать в общении с отцом после развода. Словосочетание «синдром отчуждения родителя» это все-таки ввел именно Гарднер, и не все его принимают, собственно, есть альтернативные теории, механизмы и так далее. Агата, как поговорите напрямую с Игорем? Давайте, наверное, я сначала представлюсь, а потом, да, поговорим. Хорошо. Может быть, он потом сам действительно представится и расскажет, что у него происходит. Действительно, как Сергей сказал, зовут меня Агата Анатольевна Шапошникова, я психолог. Занимаюсь я индивидуальной терапией взрослых. Кроме того, по первому образованию я юрист, и долгое время я работала как адвокат, в частности, по делам, которые заключаются в спорах о детях. И потом уже, когда я получила вторую профессию, я в 2012 году выучилась и сертифицировалась как судебный эксперт-психолог, не государственный судебный эксперт-психолог. Соответственно, работала уже по таким делам как эксперт, а чаще как специалист в гражданском процессе. А теперь, может быть, действительно перейдем тогда к Игорю. Может быть, Игорь нам расскажет суть ситуации, что происходит, на какой стадии его ситуация, обратился ли он куда-то в какие-то органы или еще нет. Хотелось бы хотя бы общее представление иметь о ситуации. Да, здрасте. Первый раз участвую в таких конференциях, не до этого никогда так не приходилось. Обратился к Сергею. Ну, изначально я как бы являюсь его подписчиком его YouTube-канала уже, наверное, на протяжении года. У меня высшее техническое образование, работаю на предприятии инженером. В 2011 году заключил брак. В этом же году у меня родилась дочка. И мы прожили еще где-то 2,5 года в браке. Совместно все проживали втроем. Потом бывшая жена с ребенком уехала к родителям. И с тех пор вот как бы начались вот эти вот проблемы. Сейчас вопрос стоит остро относительно ребенка. На протяжении всего времени, пока мы с ней не проживали вместе, происходило препятствие со стороны бывшей жены, со стороны ее родственников, с которыми она проживает. Это бабушка, мама моей бывшей жены, отец ее. Она проживает также с сестрой. Проживает в частном доме в пригороде. Договориться каким-то образом не представлялось возможным никогда. Были какие-то такие моменты, когда это были даже они инициаторами наших встреч, как бы и дома я у них находился. Но развивать отношения с бывшей женой у меня никакого желания не было, нету. А вот с ребенком общение я никогда не хотел останавливать, продолжал его. И ребенок, кстати, вот дочка, она всегда со мной очень хорошо общалась, никогда не капризничала, всегда была рада встречам.
Ну, были всякие перерывы в общении в связи с тем, что вот, как бы у меня встречи назначены по решению суда по выходным, которые легко очень как бы нарушить это решение суда. Я ездил к ней в садик, когда она была в садике. Вот в этом году она пошла в школу. Было еще проще в том плане, то, что я работал, допустим, иногда в ночь и мог в садик приехать днем, просто с ней пообщаться, поговорить, потому что по месту жительства это нереально было. И вот где-то полгода, как с весны, бывшая супруга полностью изолировала опять-таки ребенка. Я приехал в школу только на 1 сентября. И после этого, опять же таки, вот с 1 сентября мои приезды по графику, которые судом установлены, успехов никаких не приносили. Я к приставам обратился вот первый раз. И приехав с приставами по месту жительства, ну, дочка просто, она стояла, никак не реагировала ни на что. Не поздоровалась, никак не отвечала на вопрос, не разговаривала вообще. Просто стояла в оцепенении в таком. Несмотря на то, что я приехал не один, я приехал с племянницей. Я понимал то, что ребенку будет тяжело после длительного перерыва. Возможно, это как бы разрядит наше общение, обстановку. Племянницу взял с собой, племяннице тоже 7 лет, она на полгода старше. Но это тоже как бы никакого результата не дало. Ребенок просто не реагирует. Вот такая история. Я был уверен как бы на протяжении всего времени, вот как расстались с бывшей женой, что ребенок никогда не будет так себя вести. Я всегда был уверен в том, что ребенок... Ну и она как бы не давала таких признаков того, что она будет так себя вести. И меня это немного ввело в ступор. Я сразу не понял вообще, почему так произошло. Как бы, я понял то, что бывшая жена играет ее сознанием, да. Для меня это было неожиданностью, честно говоря. Что мне казалось наоборот, что дочка всегда будет со мной общаться, всегда будет ко мне. Казалось совершенно не так. И я написал Сергею с предложением записать, пообщаться на эту тему с возможностью записи. Информации вот на самом деле вот той, что Сергей мне предоставил, достаточно, чтобы как бы понять это. Я более-менее спокойно к этому отношусь, то есть я никую, ничего. Так получается, да, есть какая-то проблема, попробовать надо ее решить. Я 2 секунды для Агаты просто скажу, что я переправил. Я переправил Игорю ссылку на видео Ричарда Гарднера, это перевод на русском языке, потому что просто больше ничего нет. Во-вторых, я ему дал ссылки на... его, так сказать, знакомого и коллегу, который со мной лично общался, Керри Линда, это адвокат, ну, с такими, так сказать, с психологическими знаниями, который был в этой области, работал, и лично работал с Ричардом Гарднером. А у него есть там некоторые вещи в его в роликах про вот именно внутреннюю работу самих мужчин, да, этих мужественных отцов. И такое очень краткое, это у меня такая есть импровизированная книжка, она там нигде не издавалась, в общем, там есть глава, посвященная отчуждению родителя. Фактически она состоит из очень краткой выжимки пары глав из книжки Алика Болдуина «Обещание себе». Потому что она на меня большое впечатление произвела, хоть она не научная, она такая вот именно за жизнь. Вот эти три-четыре вещи, Игорь, я так понимаю, посмотрел. То есть он в курсе терминологии, по крайней мере, которую Гарднер использует. Хорошо, спасибо за разъяснение. Передо мной вопрос, как действовать? Что, собственно, мне делать? Как бы не хочу отчуждаться, да, от своего ребенка. Не хочу, чтобы она отдалялась от меня. Вот, я так понимаю, что вы один раз только были с приставами, и дальше у вас после этого не восстановился график, который определен судом? Ну да, с приставами я один раз вот приехал, это был в прошлую пятницу, вот не на этой неделе, а на прошлой. Приставы, там девушка молодая, примерно моя ровесница, ну мне 30 лет, и она как бы пристав, не так давно работает приставом, и опыта у нее такого нету. Она спросила у Женечки, моей дочери, спросила, ты поедешь с папой? Женя сказала нет, покачала головой. Вот. Она сказала, ну что же, я не могу ничего сделать. Ребенок совершенно как бы, она стояла очень такая, ну как статуя практически, не знаю. Ну, никак не реагировала ни на какие вопросы, не отвечала. Просто стояла и молчала все время. Впервые я столкнулся с ее таким поведением, не знаю, что делать. Вот и приставу тоже, как бы она сказала, я не знаю, что делать. Ребенок, ну, не хочет ехать. Ну, естественно, бывшая жена, она говорит, вот если она поедет с ним сама, то пускай едет. Сама, между тем, ее держала за руку. На встрече присутствовали, значит, я попросился с работы пораньше, заехал за племянницей, они живут недалеко. Поехали мы в пригород, ну, в районное отделение этих приставов. Оттуда поехали на служебном автомобиле, вот водитель был. Вот девушка-пристав, я так понял, что по району, поэтому осуществляет эту работу. И еще один парень-пристав, 3 человека, я, племянница,
приехали по месту жительства. Как в решении суда написано, я должен забрать ребенка по месту жительства и отвезти к себе. Вот. Приехали к ним, они вышли, значит, бабушка, сестра, бывшая жена. Ну, не вышли не сразу, мы полчаса стояли, просто стояли, звонили по всем. Ну, они у меня спрашивают номера, как обычно, в общем, как я приезжал, собственно. В итоге, оказывается, бывшей жены не было на тот момент даже дома. Она подошла, просто сказала, что я сейчас одену, выведу ребенка. Я предложил ей вынести также вещи какие-то, возможно, учебник, какие-то тетрадки, чтобы позаниматься там в субботу, да. Я должен забирать ребенка в пятницу вечером и привозить в субботу вечером. Два раза в неделю, первую и третью неделю. Она ничего этого не вынесла. Видимо, я так потом уже понял, то, что как бы она изначально была не настроена ребенка передавать мне. Произошло то, что произошло. И с поведением было вот ее родственников, оно было таким, то, что они кричали все время, эмоциональные вот эти все штучки свои применяли. Кричали, что я ребенка вред наношу, все разнообразные, там психологические и прочее, прочее. Вот эти все надрывы эмоциональные, там особенно вот бабушка. Но она всегда так себя вела. Я, естественно, все это записывал всегда на видео, камеру, в телефоне. Потому что у меня были с ней судебные разбирательства, когда она меня обвиняла в нанесении телесных повреждений, что я ее ударил. С тех пор я всегда записывал все наши встречи на камеру. Почему-то они всегда этого не хотят, чтобы я записывал на камеру. Объясняют тем, что это доказательством в суде. И, собственно, решение суда относительно ребенка тоже было. Я показывал видеозаписи, когда я общался с ребенком. То есть у нас нормальное общение происходит всегда, никаких проблем не возникает особых. Просто общение. Просто она была со мной всегда, и было все хорошо у нас. В таком составе мы находились возле этого дома. Ребенок просто стоял, молчал. Я просто могу более подробно рассказывать, я пытаюсь не высказывать своих суждений, каких-то умозаключений, и пытаюсь изложить все как есть, чтобы у вас была ясная картина. Вот помощь какого рода? Психологическую нужно оказать? Или, ну, то есть на какую помощь вы надеетесь? Да, на психологическую или помощь в рамках официальных процедур, скажем там, судебных, исполнительных листов? Хотите ли вы изменить порядок общения? Ну, вообще, в принципе, в будущем? Или вас, в принципе, устраивает порядок, и проблема только в том, что он не исполняется по решению суда? Порядок я бы изменил в сторону увеличения времени, чтобы не в субботу приводить ребенка, а в воскресенье вечером, допустим, ну, увеличить, добавить время общения. Помимо еще вот этих вот дней, которые я на первую треть выходного, есть еще неделя в отпуске. Первая неделя моего отпуска должна быть проведена тоже с ребенком. И какие-то праздники, там 9 мая, день рождения дочки, и мое день рождения, я должен в воскресенье следующее за этими днями забирать ее на 4 часа и привозить обратно для празднования. Получается, двое суток в месяц, это, конечно, очень мало. Конечно, я бы хотел увеличить их. Но это так, мои личные мысли. В решении суда не подразумевает ограничений никаких. То есть я могу его в суд подать и увеличить. Ну, между прочим, как бы с бывшей женой даже, мы, когда я забирал дочку, было время, когда я действительно забирал и в воскресенье привозил. Тут проблема, что оно просто не исполняется в данный момент. Естественно, проблема в том, что бывшая жена так ведет себя и играет с сознанием ребенка. И это меня пугает еще в том плане, что ребенок теряет часть представления в этом мире. Получается то, что человек, который к нему хорошо относится, ну я, да, с которым она спокойно проводить время, у нее, как я считаю, получается неправильное мировосприятие вот этой ситуации. Она будет необоснованное обвинение человека в меня в каких-то там проблемах. Неправильные выводы делает из всего этого, всего своего возраста. В этом возрасте, когда она получает это, мне кажется, может сыграть злую шутку в будущем в ее становлении как личности. Проблемы с малым временем общения, они есть, да, но это второстепенно, и тут скорее важнее, чтобы ребенок не получил каких-то перекосов в сознании, нормальным человеком стал. Вот. А общение мало или много ли, оно главное, чтобы было продуктивное. Помощь именно вот в том, что как наладить этот процесс ее воспитания. Как мне вот сейчас представляется, допустим, да, я мог бы с бывшей супругой на эти вопросы решить, если бы она хоть немного пошла в сторону диалога. Но этого не происходит. Игорь, какое-то событие было, которое ухудшило ваши отношения с супругой, с бывшей, я имею в виду? Или вот непонятно, что произошло, просто как-то так вот случилось само по себе? То есть... Случилось то, что мы перестали жить вместе? Нет, я имею в виду вот сейчас на этапе общения с ребенком, когда вас перестали допускать вообще. Ну вот когда прямо говорить после 1 сентября, и меня вообще не пускают. Понял, да. Ребята, вопрос понятен. Вот исключительно мои личные мысли.
Тут нет у меня никаких доказательств того, что происходит. Но меня не ставят в известность того, что происходит у них в доме, то, что происходит в ее личной жизни. Скорее всего, связано с ее личной жизнью, с личной жизнью моей бывшей жены. Ну и с ее отношением ко всему этому. Хотите, я попробую угадать? Вот то, что я слушаю, естественно, у меня всплывает мое личное прошлое. Я могу угадать, о чем идет речь. Попробуйте, очень интересно. После развода какой-то период ребенок вполне нормально общается. Свидания регулярные, все более-менее ничего. Потом вдруг по непонятной причине, хоп, и довольно резко происходит такое охлаждение, отдаление в разной степени. Проявляется по-разному. Может просто, да что-то мне неохота, либо какая-то хамоватость, либо вообще это занято в эти выходные, давай какие-нибудь другие. Первое объяснение, которое приходит в лоб, появился новый мужчина. Банально такое объяснение. Почти уверен, что дело, скорее всего, в этом. Дело, да, связано с мужчинами. Сложнее, не все так просто, Сергей. Тут я спокойно уже ко всему этому отношусь, потому что понимаю, что это, видимо, не закончится никогда, на протяжении всей жизни будет происходить. Вот, у бывшей супруги, у моей, ну, не один мужчина, это два минимум, это точно. Мужчина в возрасте, 70-го года рождения, обеспеченный. И есть еще один парень, примерно мой ровесник, на странице ВКонтакте есть фотографии моей дочки. Парень из деревни, даже не из ближнего пригорода, а как бы с области. Кстати, вот он передавал последнее время ребенка мне. Сам лично ходил на эти встречи зачем-то. Он мне передавал ребенка, и я забирал. То есть либо в его присутствии это происходило. Потом был промежуток времени, когда я его не видел вообще. Я с ним общался по телефону, потому что он мне звонил. Либо его бывшая жена звонила с его номера, я уже точно не помню. Ну, из общения с ним я понял то, что у них отношения. Потом как бы я так понял то, что не было отношений вот это в период, наверное, летний как раз. Ну, сейчас не знаю, что у них там происходит. Собственно, личная жизнь моей супруги, она представляет из себя вот такая вот ситуация. Агата. У меня сейчас скорее даже не вопросы, а комментарии. Я просто очень понимаю, да, почему Сергей такое предположение высказал. Потому что действительно из практики очень часто, когда появляется новый супруг или ну, новый какой-то человек в отношениях у матери, начинаются вот такие вот истории с недопущением биологического родного отца к ребенку. Вообще в моей практике было вообще такое дело, где ребенок был достаточно маленький, и он рос в уверенности, что вот этот вот новый друг, бойфренд матери является его отцом. И это не единичный случай, конечно, это довольно часто происходит. То есть и потом вот родной отец добивался того, чтобы вообще иметь возможность видеть своего ребенка. И пока он это добивался ну, без участия судебных органов, ему разрешили несколько раз видеться, но он представлен был как, ну, просто дядя Вася. Просто вот какой-то дядя, который пришел в гости, принес подарок. Ну, его тоже это, естественно, не устраивало. Он хотел, чтобы ребенок понимал, что это все-таки папа, а не какой-то дядя. Ну, то есть частая история с отстранением, отчуждением своих родных биологических отцов. Иногда матерей, кстати, тоже. Агат, ну, наверное, сейчас будет слишком грубо спросить, но все-таки существует какой-нибудь, на ваш частный взгляд, волшебная пуля, которая позволяет в таких ситуациях юридический аспект, ну, это, наверное, я так понимаю, меньше значит, потому что просто мало чего можно сделать юридически. Невозможно заставить приставов влезть в голову ребенку и там наладить ему, чтобы он нормально общался. Так не получится. Но, тем не менее, какой-то там минимальный юридический, чтобы порядок соблюдался. А в основном, какую тактику отцу в такой ситуации выбрать, чтобы, с одной стороны, и интересы всех сторон соблюсти, с другой стороны, в общем, никому не навредить, с одной стороны, с другой стороны, по возможности все-таки приносить пользу, как родители должны это делать? Конечно, непростой очень вопрос вы сейчас задаете. И к вопросу о волшебной пуле, таблетке и чем-то еще. Действительно, скажу я, ее не существует. Каждое дело индивидуально. И вот с юридической точки зрения мы здесь наталкиваемся на много различных препятствий, даже не столько в правовых нормах, о чем мы, собственно говоря, можем получить пример вот в истории Игоря. То есть суд вынес решение и вынес, в принципе, ну, да, можно было бы больше, но, в принципе, это нормальное для нашей судебной системы решение, когда отцу выделили какие-то праздничные дни и урегулировали так, что он через выходные может на сутки брать ребенка. То есть суд вынес решение, то есть оно устояло, оно никем не было оспорено, все осталось в силе, пришло к исполнению. Ну, то есть видите, как у нас действительно порядок такой, что страна почему-то перестала, например, давать ребенка отцу.
Да, человек имеет право обратиться и должен, наверное, да, если он хочет добиться исполнения этого решения суда. Ну, по крайней мере, это тот способ, который прописан у нас в законодательстве. Обращается в службу судебных приставов, которые должны обеспечить исполнение решения. В данном случае, да, судебные приставы едут с ним по месту жительства ребенка и так далее. Дальше здесь очень много сложностей и вопросов. Потому что даже если они физически приехали, ну, например, им не открыли, то они не будут ломать дверь, да, там, как-то входить и брать этого ребенка. Ну, то есть у них полномочий просто нет. Если ребенок, вот как в истории с Сергеем, говорит, что нет, не поеду, приставы, я не знаю, боятся, наверное, даже применить какую бы таки была власть для того, чтобы действительно ребенка передать, физически передать. Фактически получается же такая, видите, картина, ну, немножко громкое слово скажу, но все-таки слово скажу, да, то есть некоего фарса. То есть приехало много людей, такая вот большая группа людей, все оторвались от своих дел, приехали, два пристава, водитель, папа, племянница, вышли с той стороны тоже, бабушка, мама, сестра, ну, то есть много народу собралось. И при этом, ну, как будто бы передается это решение. То есть вот не взрослые решают, не пристав своей властью, да, говорит, что у нас на руках решение суда. Вы обязаны в такой-то день передать. Вот вы мама. Несите одежду, несите, что нужно. Вот мы сейчас передаем папе, вот они садятся, уезжают, да. Нет, пристав говорит, ты 7-летняя девочка, скажи мне, ты поедешь. При этом тут все плачут, рыдают, и это типичная очень ситуация. Когда фактически вот исполнение решения не происходит. Понимаете, о чем я говорю? То есть приставы приехали, и как бы, ну, формально они приехали, они пытались исполнить решение. По факту, можно ли это считать удовлетворительным исполнением решения, тоже большой вопрос. И вообще в этих делах очень много сложностей с исполнением. Ладно, здесь ребенок, ну, достаточно маленький еще. Могут быть подростки, да, которых уже там, ну, я не знаю, физически не передашь. Берите его за ручку и ведите. Он выше там папы или мамы, его уже не уведешь, например. С этим возникают проблемы на практике, собственно, с исполнением решений суда. Что можно делать в правовом поле? Я сейчас с правовым полем договорю, да, потом к психологическим аспектам перейду. Ну, в правовом поле что мы можем делать? Мы в такой ситуации. Конечно, мы можем обращаться к приставам, мы можем говорить о том, что решение суда не исполняется, мы можем обращаться в вышестоящие инстанции именно по линии службы судебных приставов за исполнением судебного решения. Мы можем обратиться в суд с изменением порядка общения. То есть я не зря, конечно, спросила Игоря, хочет ли он как-то изменить этот порядок в принципе. Я понимаю, что это не первостепенная задача, но как вариант, да, то есть можно, конечно, обратиться и там в рамках судебного заседания, например, привлечь, то есть зачем нам это могло бы быть нужно, какая здесь тактическая выгода. Понятно, что новое решение суда также будет иметь проблемы с исполнением, но в рамках нового судебного разбирательства можно, например, запросить проведение психологической, судебно-психологической, либо судебно-психолого-психиатрической комплексной экспертизы, если есть к тому основания, для того, чтобы оценить вообще, насколько здоровая, скажем, атмосфера, я сейчас бытовым языком говорю, эксперты не так пишут, но общий смысл в этом. Насколько здоровая атмосфера сложилась вот в семье, где проживают родители, с тем родителем, с которым проживает ребенок. Какие привязанности у ребенка есть к каждому из родителей. И эксперт оценит и вербальное, как он говорит о том, ну, любит он там, не любит, привязан, не привязан к родителям. И его какие-то бессознательные скрытые вещи, которые ребенок транслирует не напрямую, скажем так. Ну, то есть он может говорить под влиянием второго родителя, что он, например, не хочет ехать к папе, он его не хочет видеть, знать, разговаривать. Но, например, мы, проведя тесты, мы видим, что ребенок, в общем, привязан и имеет глубокую прочную привязанность к этому родителю, которого он вот так отвергает. Или какой-то другой тип привязанности имеет. Ну, то есть вот эти моменты могут быть оценены и приняты судом во внимание при определении другого порядка общения, либо при изменении места жительства ребенка. То есть другой вариант обращения в суд — это с иском о изменении места жительства ребенка, например, на основное у папы, и вот уже мама по графику видит. Так тоже можно. Это что касается юридических. Агата, можно я на этом месте прошу? Можно? Каковы шансы? Вот мы примерно выслушали ситуацию. Я думаю, все, кто сейчас это слушает, скорее всего, что-то подобное либо сами переживали, либо видели со стороны. Каковы реальные шансы? Какая должна быть ситуация, чтобы суд действительно решил, что можно передать
на там полное проживание ребенка к отцу, либо вот был уникальный случай, у меня был человек, который добился, официально добился проживания 50 на 50. Там, по-моему, цикл 2 недели был или цикл месяц. Какой должен быть расклад? Насколько это реалистично? Ну вот смотрите, это сугубо мое личное мнение, может быть, оно не совпадет со мнениями многих людей, да, многих профессионалов в этой области. Обратиться в суд с иском, естественно, абсолютно реально. Сложнее добиться проведения психологической экспертизы, потому что у нас, в нашем субъекте федерации, принято проводить так называемое психологическое обследование семьи с помощью психологов центра семьи. Ну, то есть таким образом фактически подменяется экспертное исследование семьи и семейной ситуации. Ну и, соответственно, понятно, что это, ну, это не совсем экспертиза, скажем так. Не совсем экспертиза с точки зрения и порядка проведения, и ответственности проводящих ее специалистов, и с точки зрения времени, уделяемого на работу, ну, то есть сколько специалист работает с семьей. Но при этом получается, что потом эти результаты используются, ну, вот как если бы это было экспертное заключение, ну, то есть как некое, ну, где-то даже достаточно незыблемое, может быть, мнение этого специалиста. Смотрите, еще раз я резюмирую. То есть обратиться-то в суд реально. Дальше в процессе нужно обосновать, доказать, и это очень сложно, да, добиться назначения, например, производства экспертизы именно. Дальше опять вопрос, что установит эксперт? К счастью, ситуация Игоря пока еще ну, на достаточно раннем этапе. Ну, по крайней мере, это не годы и не длительная уже история, когда ребенка отчуждают, когда ребенок не общается и так далее. К какому результату приведет эта экспертиза, тоже мы не можем сказать. Как это оценят? Я сейчас сразу вклинюсь еще вот с такой ремарочкой, да, по поводу самой теории Гарднера и теории об отчуждении родителя. В мире, особенно в Америке, этот термин принят, он известен, это достаточно давнишние уже исследования, публикации Гарднера — это 80-е и 90-е годы, ну то есть как бы там это некая база. Для нас это довольно большая экзотика, и экзотика еще в том смысле, что терминология Гарднера как таковая, вот, которую он использовал, индукторов, промывание мозгов и так далее, то есть эта терминология для нас, она абсолютно чуждая, она неиспользуемая и сама по себе как бы на входе ставящая под сомнение, что ли, эту теорию. Русскоязычных исследований и публикаций именно в этом русле очень мало. Вы как бы занимались, да, вы видите, что действительно это практически ничего. Поэтому наши эксперты и специалисты смотрят несколько под другим углом. И вот смотрите, само по себе явление в нашей действительности, ну, конечно, оно знакомо всем, кто, например, участвует в этих делах в качестве любого из профессиональных участников процесса. Я думаю, что и судьи прекрасно быстро могут привести какие-то примеры из своей практики, когда происходило действительно отчуждение от родителя. И адвокаты, и психологи, психиатры, которые участвовали в таких делах, без труда припомнят такие случаи. Это даже, в общем, и не нужно быть профессиональным участником процесса, действительно, как Сергей сказал, там, по опыту каких-то своих знакомых, ближних или дальних, все мы так или иначе это наблюдали, к сожалению. Однако вот именно такого категорического заключения, что это вот именно вот это происходит сейчас с ребенком, трудно будет получить, ну, практически невозможно. То есть наш специалист расскажет эту же историю несколько через другую терминологию, через другую степень категоричности. Ну, то есть если в языке Гарднера, это, ну, Гарднера и последователи, я сейчас имею в виду, да, это будет конкретный диагноз. Мы посмотрели такие-то критерии, у нас есть такой-то диагноз и так далее, и это там, например, легкая степень отчуждения, средняя степень отчуждения, которая влечет за собой то-то и то-то, то наш специалист среднестатистически совсем в других терминах будет это рассматривать, и он скажет, что, ну да, есть привязанность, нет привязанности, родитель обладает такими-то качествами, сякими-то качествами, тот и другой. Ну, то есть степень категоричности заключения здесь несколько иная. Возвращаясь к тому, насколько реалистично добиться в рамках судебных историй. Можно переформулирую вопрос, уточню. Существуют две интересные совершенно прямо противоположные точки зрения. То есть, когда, например, на форумах схлёстывается по этой теме две толпы. Мнение А. Мужчины в основном говорят, что ребенок после развода – это вообще ребенок потерянный, про него можно забыть, в общем, прав ноль, вообще ничего сделать нельзя. Это раз мнение. И масса людей скажет, что да, это так, на личном опыте подтверждают, там, или на опыте знакомых.
рядом становится вторая масса, как правило, из женщин состоящей, которая говорит, вы знаете, как-то мало отцов вообще-то проявляет инициативу в этом случае, а суды вообще-то сейчас каким-то там негласным образом, наоборот, даже подыгрывают отцам. То есть, типа, если вообще отец идет в суд, то у него шансы чуть ли не там 90% выиграть. И у меня таких лично примеров нет. Я как-то звучит сомнительно. Что вы на это скажете? В общем, да, я предполагала такую подоплеку в вашем вопросе вот, ну, изначально. На самом деле, знаете как, если раньше, где-то на рубеже 2000-х, 90-х, в начале 2000-х, может быть, еще, была такая история, что мать — это приоритетный воспитатель, что дети после развода остаются с матерью, ну и так далее. Да, вот эта история, что, ну, как будто бы в почти бесспорном порядке. То есть она должна быть какой-то, ну, действительно, там, я не знаю, действительно не мочь почему-то их воспитывать, чтобы их изъяли и после развода оставили с отцом. Это какие-то были такие случаи, нонсенс. То сейчас, вот я бы не сказала, что так все предопределено, что суды как-то там подыгрывают второму родителю, отцу, да, что они, если отец пришел в суд, то это там чуть ли не 90% уже победы. Наблюдая судебную практику за последние там, ну пусть 10 лет, грубо возьмем, да, на самом деле побольше. Я бы так сказала, что у нас сейчас, вот если в общей массе, скорее все-таки суд разрешает эти дела уже, ну, не глядя на то, отец это или мать, а на, глядя на то, это родитель, который лучше или хуже соответствует интересам ребенка, возможности его воспитывать и так далее. Но, конечно, все не так радужно. Конечно, есть отдельные истории, где, например, ну, внутреннее убеждение судьи таково, что мать лучше воспитать. Или внутреннее убеждение судьи таково, что, ну, там, я не знаю, мужчина пришел, он молодец, ему надо... Я даже не знаю, здесь нельзя сказать снисхождение или преференцию проявить, но как бы это уже большой шаг, да, то есть это нужно учесть тоже. Всякие отклонения, вот скажем, от среднего, они вполне могут быть. Если именно вот из того, что я лично наблюдала в своей практике, у меня складывается ощущение, что примерно поровну как-то выносится, потому что я, сейчас я про экспертную практику, ну, уже психологическую говорю, я участвовала и в тех делах, где детей оставляли с отцом. И в тех делах, где детей оставляли с матерью, и в тех делах, где отчуждаемым родителем был отец, и в тех делах, где отчуждаемым родителем, как ни странно, была мать. И тоже там изымали этих детей, не давали общаться с матерью. Вот все, что по Гарднеру происходило в отношении матери. И именно в моей практике это скорее где-то, ну, ближе к примерно равным долям. То есть, ну, грубо говоря, шансы 50 на 50? Ну, где-то близки к тому. Опять, я говорю, тут нужно делать еще поправку, да, на то, это какой субъект федерации, большой это или маленький город, какая практика сложилась именно вот внутри субъекта федерации и внутри, ну, города, судебной, я имею в виду практику. Ну, то есть посмотреть судебные решения, состоявшиеся, чтобы хотя бы иметь представление, ну, либо это адвокат-представитель может посмотреть и иметь представление о том, какая вообще практика по региону. Ну, это тоже важно. Ну, это более реалистичную картину дает, понимаете? Ну, понятно. То есть, чтобы знать, что знать, нужно, в общем, ознакомиться с судебной практикой конкретно в этом, там, чуть ли не населенном пункте. Она может быть специфичной. Да, она может быть специфичной, она может зависеть от субъекта федерации, опять же, я повторюсь, да, от каких-то, ну, местных норм. Опять же, в моей практике были дела, когда, например, отец проживал вот в нашем субъекте, а мать и остальные родственники, которые тоже не дают ребенка, проживали, ну вот, скажем, в соседнем субъекте. И вот наша практика, например, она категорически не совпадала с... Ну, не то, что категорически не совпадала, понятно, что мы в одном, в принципе, правовом поле, но, тем не менее, она как бы складывалась там, не в пользу отца, плюс это очень маленький населенный пункт, где все друг друга знают, и понятно, что были там, ну, трудности у этого отца с тем, чтобы... Доказывать. Ну, то есть все на личных связях, и маленький населенный пункт все друг друга знают, и поэтому боятся что-то такое официально вообще решить. Ну, там просто было сначала одно решение суда, уже вынесенное здесь в субъекте с порядком общения. Ну, вот очень похожая ситуация на ситуацию Игоря, когда решение суда о порядке общения было, но мать, тем не менее, уехала к своим родственникам вместе с ребенком, и они там в деревне, на самом деле, маленькая, и они, ну, просто вот держали оборону, скажем. Ну да, да. От отца, от приставов приезжающих и попытки оспорить уже по месту жительства вот здесь, где они находились, были сопряжены с различными сложностями, опять же, неправового характера, да. Ну, то есть затруднениями эмоционального характера, с
различными сложностями, когда трудно подъехать, например, потому что заинтересованные лица, половина населения населенного пункта, и они как-то оповещают друг друга, они затрудняют подъезд, всякое такое, ну, уже вне правового поля, но тем не менее. В судебном плане там тоже было сложно, потому что эти граждане своего населенного пункта понятные, скажем так. Так-то, если с точки зрения чисто правовой, конечно, никаких затруднений здесь быть не могло. Тогда можно я задам вопрос про вторую часть, переформулировать немножко. Скажем так, отец, который попадает в такую ситуацию, ну, из личного опыта, я это могу сказать, испытывает, ну, нечто вроде болевого шока. То есть, когда это впервые ситуация сталкивается, это, ну, такое некоторое шокирующее, похоже на травму, да, то есть и реакция, которая возникает, она часто рефлекторная, плюс еще замешана на собственных, которые, может быть, тоже какие-то проблемы есть. Травма отвержения в детстве и так далее. В общем, отец часто склонен реагировать, скажем так, не так, как стоило бы. Именно психологически, вот если посоветуют, предположим, что юридически сделать нельзя ничего, ну вот худший вариант. То есть вот юридически все останется как есть. Ничего изменить нельзя, даже если судебное решение будет, то воплотить его не получится. Вот. Все равно ограничивающим элементом будет являться мать, ну там и ее родня. Бывает часто и не мать это распоряжается, а, например, ее мама распоряжается на самом деле. Чаще всего. Что посоветовать отцу с точки зрения, что делать и чего не делать? И в отношении вот этих родственников бывших, да, и в отношении ребенка? Понятный вопрос. Я тут поддержу, что действительно это очень тяжелая ситуация для отца, ну или для матери, который попал в такую ситуацию. Это крайне травматично, да, для попавшего в такую ситуацию родителя. Это вызывает массу чувств, злости, обиды, разочарования, боли, желание часто выяснить отношения. Ну, то есть, так, знаете, достаточно настойчиво. С второй стороной, часто с ребенком, если это ребенок, ну, уже такого достаточно сознательного возраста. И вот тут что я посоветую. С одной стороны, не надо выяснять, скандалить, делать это крайне эмоционально. Просто опять из практики бывают ситуации, когда, ну вот случилась подобная ситуация, да, и потом второй родитель, ну вот которого не пустили, приезжает со своими там родственниками, где-то они караулят на улице эту мать с ребенком, ну или там не мать, наоборот, отца. На глазах у ребенка там бывают какие-то... Иногда вплоть до физических каких-то выяснений отношений, до драк происходит между вот родителями и группой поддержки с каждой стороны, из родственников там, или близких каких-то людей. И все это часто происходит на глазах у ребенка, и вот этого бы, конечно, стоило избегать, прямо я скажу. Почему? Потому что, смотрите, для отчуждаемого родителя это не принесет никакого облегчения. То есть ему отчуждающий никогда не скажет: да, я, ну, признаю себя виноватым, например, я настроил ребенка или что-то такое. Для ребенка это будет очень травматичная ситуация. Для самого отчуждаемого родителя это будет еще одна ретравматизация, когда, ну, вот, его не слышат, его отвергают всячески, там, обзывают и так далее. Часто к этому может присоединиться и ребенок, что, ну, в общем, еще добавляет травматичности и, ну, нехорошо для будущих отношений. То есть ведь всегда у родителя есть надежда, что ребенок останется все равно как-то с ним в отношениях. Может быть, когда-то, может быть, возобновятся эти отношения или еще что-то. Ну, то есть отчуждаемый родитель никогда не говорит, что ну ладно, что ж теперь, не хочет он со мной общаться, ну пусть никогда и не общается. К вопросу еще раз я повторю, да, что не делать? Не пускаться в громкие выяснения отношений, я бы сказала так. Вот здесь я бы посоветовала, если решать в правовом поле, то, может быть, вообще со вторым родителем хорошо бы пусть общался представитель. Или второй родитель был бы в присутствии профессионального представителя, адвоката, например. Того, кто будет вести исключительно спокойный диалог, кто эмоционально, насколько это возможно, не вовлечен в эту ситуацию. Но в любом случае, это не его ребенок и не его близкий, да? Там трудно просто оставаться совсем уж не вовлеченным никуда, потому что, тем более, стороны, они активно вовлекают, и сама по себе ситуация это очень неприятная. Смотрите, что я бы еще сказала из жизненного. Если родитель отчуждаемый, ну, переживающий вот эту вот травму, если он может обратиться за помощью к психологу, желательно бы к тому, кто вообще в курсе и судебных дел, и того, как это все происходит, или того, кто работает с семьей, то есть семейному терапевту,
Вот если у него есть такая возможность, то, наверное, это было бы неплохо с точки зрения какой? С точки зрения восстановления своего ресурса и своих сил и возможностей дальше адекватно реагировать и вообще как-то, ну, выбирать, да, как реагировать в правовом поле, неправовыми средствами. Ну, то есть для того, чтобы как-то дать себе опору и возможность, что называется, отдышаться, надеть на себя кислородную маску. Если нет, ну тогда какие-то способы самопомощи, ну, не деструктивные, не разрушающие. Ну, вы сейчас говорите про, наверное, про алкоголь там и похоже. Да, ну да, алкоголь, друзья, вот это вот все, пойти куда-нибудь, выпить по рюмочке, рассказать друг другу за тяжелую жизнь. Тут все-таки лучше нет, потому что практической пользы здесь будет не так много. Ну, я имею в виду практической пользы в плане того, что не сиюминутного облегчения какого-то, а вот такое, когда в голове прояснилось, я более-менее почувствовал почву под ногами и могу соображать, что мне делать дальше. Плюс к тому, вторая сторона, если это какое-то дело там не закрытое еще, может активно собирать информацию и потом ее использовать против этого отчуждаемого родителя. То есть он там, может быть, один раз в жизни выпил с другом по причине того, что получил сильный стресс вот на такой встрече, а это будет истолковано так, что получено доказательство бесспорное того, что это вот очень асоциальный человек, который злоупотребляет и так далее. К сожалению, сам лично не читал, я не знаю, у Гарднера есть ли такие советы, но он вот в книжке Алека Болдуина, там дается ряд конкретных рекомендаций, чего делать, чего не делать в отношениях с ребенком в такой ситуации. Например, я сейчас на память все равно не назову. Угу. Например, одна из банальных вещей, которая может быстро прийти в голову отчуждаемому родителю, он может, например, начать, не знаю, лебезить перед ребенком, выполнять его обещания, там, не знаю, задаривать подарками, пытаться его купить. Психологи говорят, что это деструктивное направление, которое все равно приведет к плохому. То есть что нельзя, нельзя попадать в покупающую сторону, нельзя им становиться, нельзя попадать в сторону, кстати говоря, нельзя давать руководить ребенку собой, то есть держать границы свои в себе строго. То есть ни в коем случае не допускать ситуации, что если ребенок начинает «пошел вон» там, или «иди сюда», там, «будешь делать, как я скажу», то есть ну, такие вещи не допускать. Если уж нет возможности на него воздействовать никак, то, значит, просто, ну, вот, действительно, делать, брать паузу. Безоценочную просто брать паузу. Что еще из этой же области? Ну, все в один голос говорят, а тут трудно не согласиться, говорят, что категорически запретить самому себе просто вот ни единого негативного слова про второго родителя. Как это неудивительно. То есть ноль абсолютно. То есть Кэрри Линда говорит, что, собственно, добиться нужного эффекта, когда ребенок чувствует, что второй родитель, хоть он и мало присутствует в жизни, но его присутствие, ну, скажем так, свободнее. Любые мнения можно высказывать, пока они корректные по форме. И если вдруг ребенок даже какие-то подачи подает про второго родителя, между нами на самом-то деле она плохая, тоже не поддерживать, сказать нет. Такие вещи вот не держать. Не терять как бы родительский контроль, вот именно, что отношения родитель-ребенок должны оставаться отношениями родитель-ребенок. Ни в коем случае не должно никаких изломов происходить, что, например, там обмен ролями, когда начинается, там родители становятся на детскую позицию, а ребенок им командует. Вот таких вещей не допускать. Похоже на правду? Очень похоже. Даже не то, чтобы похоже на правду, это правда и есть. Вот смотрите, здесь единственное возможное, ну, какое-то вот лекарство, да, которое дает нам надежду, что потом, когда-то, все вырвется, да, когда, может быть, ребенок станет старше. Это как раз та ситуация, когда отчуждаемый родитель, которому, еще раз я вернусь к этой ситуации, да, который в сильнейшем стрессе, которому самому очень плохо, то есть почему я сказала, что сначала где-то поддержку себе найти, не деструктивную, должен с ребенком оставаться во взрослой родительской позиции, не скатываться в историю, когда действительно он меняется ролями с ребенком. Потому что вот эти все эти истории, где начинают заваливать подарками, начинают сильно транслировать там свое чувство вины, например, да, что я там недостаточно тебя вижу или что-то. Где ни в коем случае нельзя разрешать собой командовать. То есть вот эти вот хамства, нарушения границ и так далее должны пресекаться. Но почему они должны пресекаться в очень такой взрослой и спокойной манере. То есть это не значит, что родитель не должен вообще ничего говорить. Ну вот он его обозвал или что-то, а он такой, ну, что ж, обозвал, да. Нет, этот родитель должен мочь, например, этому ребенку сказать, что это поведение неприемлемо. Но не скатиться там, не знаю, в крик, выяснять отношения, там, вот вы со своей мамой, с бабушкой, там, до пятого колена все нехорошие люди. Вот этого ни в коем случае нельзя допускать действительно.
хотя очень хочется по-человечески, потому что родители переполнены гневом и обидой, и болью, и этот гнев, обида и боль, они ведь и по отношению к ребенку могут быть, особенно если это достаточно взрослый ребенок. Дети, причем очень в этом отчуждении, особенно вот подростки, они и так, ну, в общем, у них возраст такой, да, когда они должны сепарироваться от родителей, они бывают, ну, и без развода выбирают экстремальные формы, да, когда они там грубят и что-то такое хамят. А тут еще вот с подогревом, скажем так, всей этой ситуации ребенок может быть очень жесток. Он может говорить очень ужасные вещи, правда, очень болезненные для родителя, когда этому родителю хочется пойти в разборку с этим ребенком, доказать ему, что он родитель, доказать ему, что он не хуже, что второй родитель там, ну, участвовал в этой ситуации и проявил себя не лучшим образом. Действительно, ни в коем случае нельзя, особенно это, опять же, в подростковом возрасте обостряется, это очень нездоровая ситуация, если ребенок впоследствии, например, в этом отчуждаемом некогда родителе, найдет опору для очернения второго родителя, с которым он живет. Это плохая ситуация, то есть для родителя внутренне, психологически, может быть, это будет такой реванш, да, то есть я победил, я все равно родитель, вот теперь он маму не любит. Но для ребенка психологически это очень неблагоприятная ситуация, которая, в общем-то, чревата последствиями долгосрочными, долгоиграющими. И это не только обязательно в разводе. Родители должны все-таки либо выступать как родительская пара, либо, если не могут, то хотя бы не тянуть ребенка в разные стороны и не поддерживать его бунт против второго родителя, очернение второго родителя и так далее. И в этой ситуации, которая и так уже напряженная, конфликтная и, прямо скажем, страшная, усугублять ее еще своими какими-то действиями тоже не стоит. Но все это очень сложная задача для отчуждаемого родителя, и он должен действительно позаботиться и о себе, и о своем ресурсе, и о восстановлении, и о том, чтобы находиться вот в этой, насколько возможно, уравновешенной позиции, не скатываться в какие-то там разборки. Говорить прямым текстом, если нужно. То есть, знаете, вот не играми, очень часто у нас вообще это принято, да, когда люди не могут сказать прямо словами что-то, они начинают намекать, создавать такую ситуацию. Ну, то есть, вот прямо к тем же родителям. Он не говорит, что второй родитель плохой, но он там будет как-то, ну, нет, ну мама, конечно, неплохая, мама, конечно, хорошая. Ну нет, это тебя не касается, мама хорошая. Ну то есть давать ребенку понять каким-то другим образом, да, что он негативно настроен к родителю. Ну то есть если еще короче резюмировать, то свои психологические проблемы отчуждаемый родитель должен нести ни в коем случае не к ребенку, а к своей группе поддержки, к своему терапевту, к своему, может быть, духовному наставнику. Если у него нет никакой группы поддержки психолога, духовного наставника и так далее, то, наверное, самое время подумать о том, где обзавестись. Мужчина в этой ситуации еще в худшем, оказывается, в худшем положении, потому что общая как бы, психологическая грамотность как-то у нас в культуре так вот заведено, да, что мужчины в эту сферу просто ну, не погружаются. Вот девочки каким-то образом все это цепляют в каком-то виде со стороны. А мужчины, как бы вообще для них психология, для многих, да, там, граничит с обвинением в гомосексуализме. Ну, я утрирую, но где-то так. Ну, либо в слабости какой-то, что я сам не могу справиться. Я, знаете, как сказала, женщины, вот отчуждаемые матери, они тоже в сложной ситуации находятся. У них легче действительно находится группа поддержки или психолог, но они более, как правило, эмоциональны и чаще испытывают очень большую гамму чувств и много вины. Меня не пускают к ребенку, я его не вижу. И вторая сторона транслирует, естественно, да, что ты плохая мать, не видишь. Там же часто очень разнонаправленные такие вещи, что тебя и не пускают, но при этом тебя же еще и укоряют тем, что ты не видишь ребенка, ты не знаешь о его успехах в школе, ты не знаешь его друзей, не ты с ним учишь уроки, не ты с ним там занимаешься, когда он чем-то занят, чем-то увлечен, не ты ему меряешь температуру, когда он болеет. И там еще вот эта вот лавина чувства вины, она, опять, мне кажется, у матерей все-таки сильнее выраженная, и тоже это не добавляет больше устойчивости какой-то. Значит, я тут духовную поддержку, как таковой, действительно, вот у меня вот никакой такой поддержки, собственно, нету и никогда не было. Если, допустим, взять бывшую жену, то действительно она живет с родственниками, ее поддерживают абсолютно все там, и братья, и сестры. То я со своими проблемами как бы изначально совершенно как бы один на один. Обсудить их и не с кем абсолютно, ноль. В этой части мне как бы и помогло вот это вот то, что сейчас информации достаточно много на Ютубе из мужского движения. Как духовная поддержка своеобразная для таких, наверное, как я.
И со своего опыта, скажу так, скажем, на YouTube-канал и книжки, это все такая пассивная поддержка, то есть это хорошо с точки зрения грамотности, но все-таки вот сессию терапевта один на один, ее, конечно, ничто не заменит. И терапевт — это не то же самое, что разговор с другом, и даже не то же самое, что разговор со священником, все-таки это особенная тема. Мне просто повезло, что вот ровно в тот момент, когда у меня вот эта острая ситуация случилась, она довольно резко случилась, вот почти на ровном месте, 3 года все было нормально, и вдруг вот хрясь. Мне просто повезло, что в этот момент я состоял на постоянной очной терапии. И просто терапевт видел процесс, это буквально вот случилось там за одну неделю. И я не знаю, что было бы, если бы у меня ее не было в этот момент. По другой теме я состоял на терапии. Безгранично благодарен, что она была, и что мне так повезло, потому что что было бы иначе, я даже боюсь себе представить, не знаю. Настоятельно советую, если не очень, то хотя бы пойти на какой-нибудь сайт B17 и найти удаленного терапевта, который готов там по скайпу работать, это подешевле стоит. Агата, а можно, я не знаю, заранее извиняюсь за... Mm-hmm. Не психолог ни разу, вот просто начитался. Есть такое мнение интересное, я его видел в высказывании со стороны, скажем, не психолога, оно звучало так, когда адвокат об этом говорил. Он говорил так, что если есть некая пара, которая, скажем, спустя год после развода все еще не может договориться о расписании, как с ребенком общение происходит, то это гарантированно означает, что у одного из них, как минимум у одного из них, есть расстройство личности. Он обычно приводил 2 примера – пограничное расстройство, borderline, и нарциссическое расстройство личности. То же самое я сейчас видел в формулировке людей, которые альтернативные Гарднеру теории излагают. Они буквально говорят следующее, если упрощать, что эффект, который наблюдается вот во время отчуждения ребенка, то есть если вообще сам эффект происходит, то есть вот есть некая, ну, условно, мать, и она отчуждает ребенка от отца, то это гарантированно означает проблему, которую получила мать в собственном детстве в общении со своими родителями. И это тоже либо пограничное расстройство, либо нарциссическое расстройство личности. То есть, что иными словами, здоровый человек, личностно здоровый, он этого вообще делать не может. То есть если он это делает... Это знак равенства, что у него есть расстройство личности. Что вы на это скажете? В этом есть, сразу я скажу, рациональное зерно. Я бы только вот категоричность убрала немножко. Теоретически рассуждая, а теоретически мы здесь рассуждаем постольку, поскольку достоверных, больших, по крайней мере, вот у нас в русскоязычной среде выборок на эту тему, ну, никто не делал просто. И поэтому сказать, что это как-то однозначно эту связь, какая бы тут была корреляция, ну, неизвестно, да, то есть никто ее не считал. Вообще, я поддержу здесь вот эту точку зрения, что тот человек, кто психически и психологически здоров, является взрослой цельной личностью, он, как правило, за каким-то редким исключением, да, которое мы не можем совсем уж отнести, да, скорее всего, не будет находиться в столь конфликтных отношениях со своим супругом, бывшим супругом или старым родителем, если даже они не были супругами. И вероятнее всего, не станет использовать ребенка, ну, с очень большой вероятностью, да, с максимальной вероятностью, не станет использовать ребенка как некую разменную монету, как способ повлиять. Скорее всего, вот тот, который здоровый, условный наш человек, да, скорее всего, он не будет испытывать такого сильного страха потерять этого ребенка. Ведь откуда вот все эти истории с отчуждением часто возникают? От того, что родитель почему-то боится потерять этого ребенка, боится, что он будет любить второго больше, что он станет его меньше ценить, или он физически станет, ну, жить со вторым родителем, или там больше проводить времени, или он станет общаться опять вот из практики с новой женой или мужем этого отчуждаемого родителя. И это часто очень такая прям проблема-проблема. Да? То есть я типа не против, чтобы он общался с отцом, но у него новая жена, я против, чтобы он ходил к ним домой, а поэтому... Решение суда невозможно исполнить, потому что решение суда он должен там с ним ночевать, у него дома. Но у него там новая жена. Да, здоровый, вот который гипотетически наш условный человек, он, скорее всего, с этим как-то справится. Другое дело, что я не зря говорю, что он гипотетически этот здоровый человек, да, все мы являем некую грань, которая ближе или дальше от условной нормы. Плюс в разных обстоятельствах, при различном ресурсе. То есть он может быть, да, здоровый, только у него что-то случилось, он в сильном стрессе, у него нарушена адаптация, и он ведет себя уже как не очень здоровый почему-то. С другой стороны, вот эта вот история про то, что какие-то исследователи ссылаются именно на граничную патологию или нарциссическую, на самом деле нисколько не противоречит, на мой взгляд, да, исследованиям Гарднера,
И да, скорее всего, вот эти вот истории про тяжелую степень и среднюю степень, они указывают на то, что, вероятно, отчуждающий родитель имеет такую патологию. Но вот сказать, что прям вот точно, да, то есть вот мы вот узнали о том, что так произошло, и вот у него точно есть. Я бы так категорично не говорила. Может быть, не сам родитель, может быть, кто-то в его окружении. Вот эта пресловутая бабушка, да, которая обычно стоит где-то за кулисами. Может, не бабушка, но кто-то еще чаще всего. Опять из практики я скажу. Иногда бывает так, что родитель отчуждающий достаточно мягкий, слабохарактерный. Ну, так вот тоже бывает. Да? Но фактически они проживают, например, с бабушкой и дедушкой, которые как раз выступают инициаторами отчуждения. Ну, то есть опять вопрос, да, кто из них с пограничной патологией или с нарциссическим расстройством? Ну, у меня такое ощущение, что в моем случае, возможно, конечно, я утрирую немного, но в моем случае как раз-таки все вместе здесь, вот в моем случае. И слабый характер, и травма, и борьба вот родителей, бывшей жены, вот это вот постоянное присутствие в этом процессе. Все это вместе мешает как бы в войне все это решить, эти вопросы. Да. Я почему-то так вот сразу оговариваюсь, да, от этой вот однозначности какой-то, потому что жизнь-то она многогранная, и вот опять, я ну, не да, думаю, что... что... Я, конечно же, не себя тоже не считаю там каким-то супер хорошим отцом, там, психологом и прочее. На себя не беру такой ответственности даже не заявлять об этом, не думать даже так. У меня на самом деле опыта тоже как бы никакого особого нет в семейных отношениях. Да, до брака у меня тоже, по сути, особо там раз-два я общался. Там серьезных отношений было совсем немного. А вот то, что продолжается, проходит уже, получается, больше, чем происходил сам брак. В такой ситуации оказался я. И дочь, получается, моя оказалась заложником в такой же ситуации. Но я считаю, что заложником, возможно, это какой-то, если другой точки зрения, она и не является заложником. Не знаю. Я думаю, все-таки является, Игорь, потому что она ребенок. А ребенок всегда в некотором смысле заложник того, что происходит в семье или между его там родителями, которые уже семьей не являются. И в возрасте 7 лет она точно не может принимать решения, не может сама распорядиться вообще этим конфликтом и своим участием в нем. Не может она решить, с кем она хочет и с кем не хочет. Ведь есть такое понятие в психологии, как конфликт лояльности. Ну, то есть, если говорить очень просто, ну, прям вот на пальцах, что называется, ребенок имеет привязанность, ну, в норме, да, обычно, к обоим родителям. И это нормально. Он и должен, собственно, иметь привязанность к обоим родителям. Бытовым языком говоря, ну, там, не знаю, любить их, тянуться к ним. И когда родители начинают ссориться, начинают расходиться, разводиться, разъезжаться, может быть, даже и не расходиться, а внутри семьи, там, оставаясь формально, да, на одной территории, ссориться, ругаться и так далее, у ребенка случается вот этот самый конфликт лояльности, потому что он и папу любит, и маму любит. И выбрать ему абсолютно невозможно. И наша вот эта история, когда часто родственники бывают, а бывает, что и родственники там, в судебном процессе говорят, ну, ты там кого больше любишь-то, папу или маму? А ты с кем больше хочешь жить, вот с папой или с мамой? Это, конечно, очень сложная для ребенка ситуация. И не зря в законе этот учет мнения у нас с 10 лет. Хотя тут, конечно, ну, можно где-то поспорить, наверное, да, с 10 лет ребенок может, да, высказаться о том, с кем он там хочет жить. Ну, то есть, да, дети, вот они всегда в заложниках этой ситуации страдают. В любом случае страдают, да. Агата, можно я уточняющий вопрос задам? Мне кажется, да. Важную тему задели. Я услышал фразу, близкую к тому, что фактически, чтобы вот это равновесие внутреннее соблюдать, отчуждаемого родителя в такой ситуации, на самом деле нужно быть внутренне готовым расстаться с ребенком. Как бы это парадоксально ни звучало, здоровые балансовые отношения только тогда, когда ты допускаешь, что да, связь будет потеряна. И это нужно принять, примириться. И даже есть там ролики, которые призывают, скажем так, погоревать, то есть вот этот grieving process. Да. Прожить горе по поводу потери живого человека. Так как если бы, вот, ну, не знаю, разъехались в разные страны. То есть звучит несколько парадоксально. То есть, с одной стороны, нужно как бы его любить и там быть готовым все для него сделать, с другой стороны, нужно быть готовым также и одновременно готовым с ним и расстаться. Да, вот эта точка зрения тоже существует. Я бы, знаете, как сказала, помните притчу про царя Соломона и двух женщин, которые не могли разделить младенца? И когда он сказал, давайте разрубим его пополам и раздадим каждый по половине.
И настоящая мать сказала: нет, отдайте его, не трогайте, не делайте ничего плохого, отдайте его этой женщине. Вот это как раз про это. Любовь, которая может быть готова и отпустить. Ну, то есть в случае необходимости она не делит этого ребенка, а дает возможность этому родителю сказать: ну да. И, конечно, здесь будет большая история с гореванием, если придется действительно. И в какие-то моменты, ведь это всегда длительная история, ну, я имею в виду с отчуждением. По крайней мере, я никогда не видела, чтобы это была какая-то очень короткая история, да, быстренько там поотчуждали, быстренько как-то наладились. Всегда это какие-то месяцы, годы, это трудно, это больно, и там много горевания. Несмотря на то, что, да, ребенок жив, ребенок вот физически присутствует там где-то. Отпустить и отгоревать, да, придет. Это не значит, что физически он от него откажется, или там действительно ему придется его никогда не видеть, или еще что-то, но вот психологически пережить этот момент, да, придет. А можно в этой ситуации сказать, что вот, скажем так, группа риска, те, кого это ждет, и женщин, и мужчин, для кого это чревато последствиями, для тех, кто именно вот, это в кавычках возьму, да, вкладывает смысл жизни в ребенка. Соответственно, как только ребенок исчезает, этот самый смысл жизни, как табуретка из-под ног, и выходит. То есть на самом деле смысл жизни в детях – это опасная ситуация патологическая. Она, и, в принципе, и когда ребенок еще здесь, она уже опасная, потому что ребенок чувствует на себя как бы нагрузку психологическую, что он является таким. Собственно, это тоже нарциссическая, да, частично такая вещь. Да. Вот как раз в нарциссической динамике ребенок, он как раз, ну, есть такой термин — нарциссическое расширение родителя. То есть он не отдельная личность, а он некая вот эта часть, психологически, это часть родителя, которой делегируются какие-то ожидания этого родителя. Ведь что значит ребенок как смысл жизни? В этой истории мы же отнимаем у него, ну, какую-то большую часть автономии. Мы не даем ему возможности, ну, расти, развиваться, быть таким, какой он есть. Мы хотим его видеть кем-то уже. Это часто не только вот в ситуациях развода и там отчуждения, а часто просто в жизни, да, мы видим, что там уже и подросший ребенок не отпускается от себя в том смысле, что он, может быть, физически не ограничен, да, в движениях, но он должен выбрать те увлечения, которые одобряет родитель. Он должен пойти туда учиться, куда одобряет родитель. Он должен выбрать профессию, может быть, семейную или ту, которую родитель считает благополучной, правильной и так далее. Он должен создать семью, вступить в брак с тем, кого одобряет родитель. Или должен не вступать вообще ни в какой брак, если родитель не хочет. Причем это же бессознательные моменты. Родитель может декларировать словами: «Нет, конечно, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо», там, пам-пам-пам. А на самом деле иными образами транслировать, что, например, он против того, чтобы этот ребенок вступил в брак вообще или с конкретным человеком, или как-то саботировать его, например, неугодные, скажем так, увлечения, контакты социальные. Ну, сплошь рядом встречается. И да, это патологическая ситуация. А правильно я понимаю, что если эту линию дальше продлить, то а дальше родитель может сказать, сейчас возьмем дочери для примера, что да, ты не давай этого внука больше, он у нас останется. Запросто. И опять, это же на практике часто случается, когда действительно бабушки и дедушки вступают в конкуренцию с родителями ребенка. И часто ведь это бывает не только конкуренция со вторым отчуждаемым родителем, ну, например, с отцом, да, если в вашем примере. А это может быть и конкуренция с собственной дочерью. Оставь нам его, мы его лучше воспитаем. А ты пока иди живи свою жизнь, устрой свою жизнь, найди себе другого спутника жизни, ну, там, не знаю, поучись, попутешествуй, работай без ограничений, ну, то есть будешь свободна, там не надо будет оглядываться на этого ребенка, а мы его пока воспитаем, да, ну, и папу тоже не надо, ничего, сами. Тоже частая ситуация. Правильно я понимаю, что это есть какой-то термин, что-то типа либо расстройство сепарации, либо сепарационное расстройство? Ну, вообще есть, конечно, но мы сейчас уже немножко углубляемся в область нозологии. То есть до уровня вот такого расстройства, которое мы можем при психиатрическом поле диагностировать, это доходит не всегда. Но если вернуться, например, к клиническим терминам, поскольку вот у меня по образованию основной бэкграунд — это психоаналитический, да, вот если вернуться к психоаналитической клинике, то да, мы можем в клиническом смысле сказать, что здесь есть расстройство сепарации. Часто расстройство привязанности есть еще у всех присутствующих. Ну, я имею в виду вот в поколениях этой семьи. Могут быть какие-то семейные истории разного рода. Может быть с абьюзом, может быть с тем, что в поколениях предыдущих тоже забирали детей.
то есть, получается, кто бабушка и дедушка, забирали внуков и воспитывали их как родители. И это семейная история такая некая вот передаваемая. И тут еще про передачу травмы тоже можно подумать иногда в некоторых историях, потому что тоже из практики мы иногда наблюдаем такую ситуацию, что этих самих бабушек и дедушек, когда они были детьми, например, воспитывали их бабушки и дедушки, потому что родители, ну, там, работали, еще что-то делали, ну, передали, например, этого ребенка на длительный срок, и его фактически в качестве родителей воспитывали бабушка и дедушка. И став уже сами бабушкой и дедушкой, они пытаются провернуть то же самое с внуком. Сознательно, бессознательно, частично сознательно пытаются заменить собой, оттеснить родителей и взять этого ребенка как бы, ну, вот, на воспитание себе в качестве родителей, потому что, да, они решают эти травмы, психологические проблемы, сложности и так далее. При этом, опять же, на рациональном уровне, на осознаваемом уровне, конечно, никто не говорит о том, что да, я хочу быть лучшей матерью своему внуку, потому что, ну, потому что что-то. Нет, все мотивируют какими-то благими побуждениями. Ну, находятся какие-то социально приемлемые объяснения, да, почему так лучше сделать, еще что-то. Знаете, почему я этот вопрос решил задать? Он немножко такой был, конечно, с двойным дном. Если, скажем так, допустить, что вероятность возникновения этих проблем вот в будущем потенциально, да, то есть детей еще нет. На самом деле, если опытный человек, опытным взглядом придет, скажем, в семью будущей мамы, посмотрит на динамику отношений, как общается между собой мама, папа, сама это, ну, в общем, на динамику семьи, то на самом деле из нее можно с большой долей вероятности увидеть, что, собственно, ждет через 20 лет, когда дети проявятся. То есть какой паттерн поведения, если поинтересоваться историей семьи там на 2 поколения назад, то, скорее всего, следующее поколение будет воспроизводить именно эту динамику. Например, ну, в совсем примитивном случае, скажем, приходите вы к невесте домой знакомиться, и в процессе знакомства выясняется, что у нее очень плотные такие прям вот «люблю, не могу» связи с родителями. На самом деле это может выглядеть очень красиво. И будешь казаться идеальная семья, идеальный папа, идеальная мама. А на практике это означает, что сепарация не прошла, она осталась ребенком, и она живет при папе с мамой. Она, во-первых, от мужа ждет тоже родительской роли такой папиной, а не мужа. А во-вторых, она как раз и будет ведомой в ситуациях. То есть все время будет ее папа и мама будут участниками всех семейных конфликтов, они будут решать, как будет эта будущая семья жить, и они же будут, возможно, и драйверами, кто будет решать, будет отчуждение ребенка или нет, и насколько оно будет. Казалось бы, вот идеальная семья со стороны, ну, на них залюбоваться можно, на самом деле это тикающая часовая мина. Да, так может быть. И знаете, тут еще с чем перекликается? У нас, с одной стороны, ну, небольшая грамотность, скажем так, населения вообще в психологических вопросах. Очень много каких-то мифических, мифологем даже, я бы сказала, ну, вообще о том, как жить надо, как общаться надо. Вообще не очень хорошо в массе своей сепарации, ну, в частности, от родителей, да, то есть это не социально неодобряемая история такая. Ну, то есть вот социально одобряемая история, как раз то, которую вы описали. Она хоть и взрослая, но она такая папина-мамина дочка, они там все такая дружная семья, они как-то очень друг о друге заботятся, поддерживают материально, морально и как угодно. Вот это как раз более, так сказать, одобряемая история, да? Но часто менее здоровая, действительно. Тут ведь не зря вот эта народная мудрость, да? Если хочешь узнать, какой будет твоя жена, посмотри на свою свекровь. Это вот такое. Просто обычно ведь на стадии знакомства и создания семьи человек движим какими-то другими представлениями. И плюс к тому есть надежда на лучшее. Даже если он понимает, что происходит, он может надеяться, что мы как-то этого избежим, мы как-то справимся и так далее. И действительно, такие ситуации бывают, такие истории бывают, когда вновь образовавшаяся молодая семья в итоге все-таки сепарируется от родительской семьи и действительно налаживает свою собственную уже жизнь. Это не значит, что они перестают общаться, просто остаются на своих ступеньках, да, что это вот родители жены, это родители мужа, а это муж с женой, а это дети. То есть когда выстраивается правильная иерархия в семейной системе. Но вот так вот просто сама собою, просто потому что кто-то один понял, как надо сделать, она, скорее всего, не выстроится. Ну, то есть над этим нужно работать. Хорошо бы со специалистом. То есть заинтересованность должна быть у сепарирующихся молодых, например, от своей семьи. А бывает же так, что, например, муж понял, да, что происходит, а жена, ей так хорошо, у нее, может быть, вторичные выгоды от этой всей истории. Она не хочет ни от кого сепарироваться, ей хорошо. Ну или как бы внешне, на таком поверхностном плане, может быть, и нехорошо, они ругаются, например. Ну или там периодически ругаются, ее это очень сильно изводит.
Но, в принципе, они зато, эти родители, поддерживают ребенка, берут денег, дают. Разные могут быть конфигурации. И, в общем, вот она вторичная выгода, которая не дает никуда сепарироваться, предпринимать большие усилия. Ну или там, большое чувство вины, я не могу ругаться с мамой. Такое тоже часто. Ну что, я не могу с ней ругаться, она заболеет, она умрет, она там еще что-то делает. И поэтому, ну, лучше, там, не знаю, с мужем развестись, с мамой жить. Ну, как вариант. Ну да, вот даже такая мелочь, как вот, ну, с какого-то момента просто мне эти вещи, раньше я их не замечал, потом они начали мне резать глаз. Я вот, например, вижу в социальных сетях, допустим, кто-то из родственников даже вдруг ставит лайк на, например, картинку очередную, их множество. Фотография такой очаровательной женщины с маленьким мальчиком, кто-то из них кому-то дарит цветы и подпись что-нибудь типа «Сын лучший из мужчин». Да-да-да. Угу. Раньше я просто не заметил бы, сказал бы, ну, как, какая милая мимими. Сейчас я думаю, боже мой, упаси. Да-да-да, у нас, понимаете, у нас же ведь очень много вот этих, ну, опять вернемся, да, к небольшой грамотности, которые социально очень одобряются и возводятся на пьедестал вот таких вот, ну, прям явных нездоровых перекосов, когда сын — это там лучший мужчина тоже. Действительно, очень много этих картин в соцсетях, там и с младенцами, и со всякими, с 23 февраля будет бум опять про этих сыновей, которые лучшие мужчины. Особенно если мама уже в разводе часто, ведь это роль, ну, некого партнера вообще вручается ребенку. Папа, нет, ты тут будешь. И это не про какие-то сексуальные отношения, а вот именно как бы партнерская роль, не по возрасту абсолютно. Это калечит ребенка, калечит его психику, травму ему добавляет. И внешне, опять, внешне, сложность-то в чем? Внешне это не выглядит плохо. Внешне это может выглядеть как хороший мальчик, помогает маме, сумки носит, дверь перед ней открывает, а потом в подростковом возрасте вдруг начинает бунтовать и посылать ее маму, например. А может, никогда нет, не бунтует, не посылает и живет с ней до старости. Но почему-то он такой хороший, с тремя образованиями, с двумя дипломами, докторскими, кандидатскими, но не может он себе найти женщину, никак у него не складывается личная жизнь. А потом мама умирает, и он сам уже в очень большом возрасте оказывается человеком, который прожил не свою жизнь. Грустно это все. Да, такие истории известны. Я хочу перепрыгнуть все-таки на... Угу. Хотел личным опытом поделиться. Я не знаю, как бы я все время, когда описываю, как у меня динамика протекала, до некоторой степени это, наверное, все-таки чудо и... Как выпасть из самолета и упасть, и отделаться несколькими ушибами. Наверное, это вот мой случай. Но сейчас задним числом анализируя, все-таки что хорошего, как мне кажется, я смог сделать, ну, при помощи, естественно, терапевта, сам бы до такого не дошел. Как строить общение с, вот, с отчуждаемым ребенком, с которым, в общем, грубо говоря, нормально общаться с ним, ну, просто нельзя. Потому что если с ним общаться, то он начинает занимать позицию начальника. То есть общение не получается. Либо ты должен быть при нем, не знаю, швейцаром и обслуживать его нужды, либо ты должен сказать, что из-за ней нет, такого общения не будет. Да, мне больно, страшно, это было чудовищно, в общем, да, но я, тем не менее, принял решение, что лучше никакого общения, чем такое. Это во-первых. А во-вторых, это уже, ну, под нагрузкой, наверное, того, что Гарнер такой термин вводит. Он говорит, что это принятый термин в психологии. «Сумасшествие вдвоем», вот цитату приводит, по-французски называется «folie à deux». В связке, скажем, доминирующий человек и ведомый человек, то есть, например, мать и ребенок, если ведущий человек обладает некоторым личностным расстройством, то он способен индуцировать это же самое психическое расстройство в зависимом от него человеке. Не только с ребенком, с любым зависимым человеком. И таким образом получается, что, ну, скажем так, ребенок в этой ситуации, можно так сказать, что он, в принципе, болен. У него некая болезнь, которая вот, ну, заставляет его вести себя иначе. Например, когда человек заболевает, у него поднимается температура. Это не потому, что он ее себе поднял, а потому что там бактерии внутри, да, организм на них реагирует, у него поднялась температура. И в итоге, ну, например, он хуже слышит, он не может ходить, у него болит голова и так далее. И из-за этого он раздраженно реагирует. Примерно такое же отношение, я бы, скажем, да, из личного опыта сказал, что вот так нужно относиться к этому ребенку. К ребенку, который, ну, заразился заразным заболеванием. Причем это заболевание, может быть, пройдет когда-нибудь, а может быть, нет. Это первое. А второе, что каждый раз, когда все-таки послания какие-то отправляются, я, например, выбрал для себя, что я общался по почте. По-моему, были какие-то промежуточные общения, но в основном, как минимум, на день рождения я поздравлял всегда. В момент, когда общение все-таки происходит, любое, то есть, например, встретились в школе. Я, например, посещал родительские собрания, хотя с ребенком своим не общался. Учителя давали информацию, ну, важную, то есть надо понимать все-таки, в какой атмосфере там находится, какие есть проблемы.
познакомился со школьным психологом, но при этом с самим ребенком общения не было вообще. Тем не менее, когда все-таки пересекается с ним что-то, неважно, по почте, либо очно, то нужно умудриться свою вот эту вот любую фразу или послание направить не тому, кого ты сейчас видишь, не вот этой как бы маске, да, которая на тебя смотрит и для которой ты никто, а постараться направить, обратиться к этой вот, ну, некой личности внутри, которая спрятана, она просто, она скрыта, но она где-то там внутри есть. Допуская, что она есть, что она слышит, все свои послания обращать к ней, вот к этой как бы внутренности, не к тому, что снаружи, а к тому, что внутри. В надежде, что когда-нибудь она, может быть, дойдет. Может быть, дойдет, может быть, нет. Ну, это так, короткая зарисовка из личного опыта. Спасибо большое, что поделились. Вот это очень сильный, на самом деле, опыт. И вот вы сейчас сжато, буквально в нескольких предложениях и словах, действительно сказали о том, как быть и что делать отчуждаемому родителю. Ну, то есть вот это вот прям, как это, чек-лист можно из этого сделать для других отчуждаемых родителей. Хотел сказать, что действительно, вот у меня тоже мысли такие есть, и я ходил специально к учительнице. Ну, кстати, вот насчет предложения посещать родительские собрания, она сказала, что не стоит этого делать. Не видит она в этом никакого смысла. Все-таки я все равно буду ходить в школу, и если буду пересекаться с дочкой, то буду, если нет, то буду просто общаться с учительницей. Интересно, то есть учителя тоже могут подыгрывать в ту сторону и в другую? Безусловно, могут. Из практики такое бывает. Это часто бессознательно. Может быть, учитель в данном случае. Фантазия, конечно. Может быть, она вообще думает о том, чтобы они не встретились и не стали ругаться, например, на родительском собрании родителей. У нее другие могут быть резоны, почему она считает. Но ведь тут вопрос в том, что она учитель ребенка, она не тот, кто считает. Да, что запретить родителю, не лишенному родительских прав, быть на собрании, она не может никоим образом. Может, там родитель сам решит, и между собой они решат, что это сообразное, что нет. Ей звонили даже с органов опеки, я так понял, что 1 сентября. Mm-hmm. Ну, она говорила, я когда пришел 1 сентября в школу, бывшая жена какие-то вопросы начала задавать в органы опеки. Видимо, имели я право там находиться или что-то в этом духе. Mm-hmm. Они связались с учительницей. Как она мне сказала, она даже не смогла понять, о чем идет разговор, что происходит, ну, что ее спрашивают, потому что не заметила ничего, чтобы непонятного действия в этом 1 сентября, что происходило, хотя мы с супругой бывшей находились вдвоем. Вот она ничего такого не заметила и сказала мне то, что никаких скандалов не было, никаких ругачек, я вообще ничего не заметил, даже не знаю, о ком вы говорите, собственно. Бывшая жена действия какие-то производит, жалуется в органы опеки, наверное, пожалуй, что я пришел на 1 сентября. Агат, правильно я понимаю, что у вас 10 минут осталось, да? Да, я тоже хотела напомнить, что у меня время, к сожалению, кончается, а тема-то у нас такая классная, ну, неисчерпаемая просто. В принципе, если вы готовы, если когда-нибудь будет такая возможность и желание, можно, ну, продолжить развить. Я хотел за оставшиеся 10 минут, если считаете, что это полезно, хотите спросить Владимира, что у него срезонировало из того, что мы сегодня говорили? Это было бы хорошо, если он готов. То есть я всегда вот только переживаю, насколько он готов, потому что это для него же тоже очень трудная была, наверное, ситуация. Ну, нет, конечно, ситуация трудная, это я о другом, в плане, что рассказать готов. Тогда поделитесь. Да. Я выделил для себя пару пунктиков. Отдельно хочу сказать, что вы, Агата, хоть и не совсем с той стороны, с которой я это вижу, когда вы говорили про советы, они были очень и очень правильными. Во-первых, про то, что мать не всегда руководит этим процессом, или даже если она им руководит, она не осознает это, и что не нужно портить отношения с матерью, не нужно провоцировать ребенка, чтобы он портил отношения с матерью, потому что в будущем, во-первых, и мать может просто измениться, обычно, естественно, такие вещи меняют людей. И вообще это близкий родственник, она многому может дать. Вообще с ней стоит поддерживать отношения, насколько это вообще возможно. А так-то нужно, в общем-то, общаться. Потом по поводу «фарс пугает детей». Это все равно, что говорить в серии. Ну, детям больно, когда им колят, когда у них берут кровь на анализ. Просто сказать, что дополнительная свора родственников или судебные приставы явно не мотивирует ребенка идти к противоположному родителю. Причем неважно, с какой стороны эта свора, она в принципе ухудшает ситуацию. И вообще, когда, например, про отца рассказывают, что он такой-сякой, и вдруг он приходит с судебными приставами, то это только подтверждает теорию о том, что с ним что-то не так.
Так что я сейчас подчеркну, что речь идет про точку зрения ребенка. То есть это не значит, что это на самом деле так, но вот ребенок так излагает задний. Да. И это очень важно, кстати, потому что мы взрослые, как всегда, знаете, со взрослых позиций, да, смотрим и как-то предполагаем за ребенка. А вот это очень ценно, что Владимир сам говорит, как это действительно со стороны ребенка. Очень интересно, да. Да, еще одна из первых записей по поводу Игоря, что вы предложили вариант улучшения ситуации общения со своим ребенком. И в основном я услышал, что вы хотели бы забирать его почаще на выходных, на отпуск и так далее. И здесь я для себя сделал пометку, что ту систему, которую вы перечислили, там слишком много дней, слишком много общения для человека, который просто родственник, ты с ним общаешься, но при этом слишком мало, чтобы как-то повлиять на человека. Такое общение, например, каждую неделю на вечер, возьму, чтобы мне было проще, там, мама с ее родителями, они постоянно будут тебе мало-помалу, даже если не хотят, будут этим пенетрировать. Ну, хоть, наверное, не совсем подходящее слово, но все же. Такое общение, то есть ты не способен изменить отношение ребенка практически, то есть, ну, максимум убрать там страх к себе или что-нибудь вроде такого. И при этом фактически чуть ли не мешаешь, потому что ты наводишь такой дисбаланс в системе. То есть вот вроде бы все нормально, но тут вот приходит отец, и каждую неделю он там мне пытается открыть глаза. Даже если мы не особо о чем-то говорим, там просто, скажем, выехали в парк погулять. То есть, ну и вообще другая точка мира, а если точка зрения там, мира, да. А если, например, как вот вы перечисляли там вариант подарки, просто пообщаться, то, опять же, это слишком много времени для просто подарков, для просто общения. Вот там для крестного это еще хоть куда ни шло какого-нибудь. Это неустойчивая структура, она рано или поздно должна куда-то скатиться. То есть либо в полноценное право на воспитание ребенка, то есть практически 50 на 50, либо в полное отчуждение или очень редкие визиты. Хочется привести аналог там с химией, с неустойчивым соединением, которое статистически постоянно образует что-нибудь другое, потому что не может в нем находиться. Но, наверное, из того, что я слышал, это такие самые большие. Спасибо, Владимир. Есть о чем подумать, ну, советоваться, даже, может, для советов каких-то. Можно я нескромный вопрос Владимиру задам, который я, наверное, никогда не задавал вот сейчас в нашей обстановке и среде. Ты смог бы озвучить все-таки, что было переломным моментом? Два, там, один-два ключевых момента, которые, ну, сломали тот порядок, который сложился вот с отчуждением. Потом что-то почти тоже скачкообразно произошло, и он, в общем, ну, растворился. Что это было? Почему? Ну, во-первых, мы очень долго с тобой не общались. И, возможно, здесь из серии, ну, просто я про тебя давно не слышал, и мама, то есть я не считаю, что она специально это делала. Ну, она просто подзабила на этот момент, и я просто твоей темы вообще не касался. Очень приличное время. Просто там как-то слышал пару раз, что есть такой человек, и пару историй знаю. Потом, ну, в общем, да, то есть я очистился от этого негативного влияния на довольно продолжительное время. И потом я вдруг сам почувствовал, ты мне прислал это было на день рождения, по-моему, все-таки, ты мне прислал по почте там открытку, я уже не помню, что были за слова, но я помню картинку. И я подумал, блин, а с этим человеком бы я хотел пообщаться, так как бы вроде родственник и все дела, и доброжелательный и так далее. Я подумал, почему бы нет? Предложил сначала тебе, потом типа спрашиваю маму, не против, если я поеду? Говорит, нет. Ну, то есть вообще в моем случае мать никогда открыто не препятствовала общению. То есть если я хотел и проявлял хоть минимальную настойчивость, то меня отпускали. Вообще практика вроде, ну, конечно, у матери это замечено не было, это любимая фраза ее отца из серии. Ну, я, конечно, не буду называть твоего отца там словами всякими, но ты понимаешь, о чем я. Красавец. Просто как-то повертелось, завертелось, и, я не знаю, по-моему, это уже немножко локальный фактор, но все-таки. Помнишь, я все-таки особенно раньше увлекался сильно компьютерными играми, и у меня тогда не складывались отношения особо с одноклассниками, я так совсем прям уединился, и я вспомнил, что мы с тобой очень клево проводили время именно в играх, и я тебе предложил. Чуть ли не основной пункт, когда я предложил встретиться, я предложил как-нибудь нам все-таки вместе поиграть. И я помню, ты мне написала серия, а это точно не все, что ты хочешь.
Я ответил нет, но, честно говоря, на тот момент, если это было не 100%, то, наверное, 85% так примерно. Ну, то есть это была очень значительная причина, почему я тебе все-таки вообще написал. Вот так как-то. Это было отступление о пользе компьютерных игр, как это ни странно может звучать. Ну, не обязательно компьютерных игр, вообще какое-то действие, которое вы регулярно выполняли, и вам это нравилось. То есть, я не знаю, может быть, кому-то нравится, вот в парке они постоянно ездили, кому-то в настольные там игры, кто-то еще что-то делал. То есть какая-то эмоция, которая действительно, ощущение, эмоции, которые глубоко засели и ассоциируются только с чем-то прям вот положительным и почти постоянным. У меня в конкретном случае это были компьютерные игры, но в принципе это могло быть что угодно. Так, да, давайте, господа, Агату отпустим. Агат, спасибо огромное. Я знаю, что со временем, наверное, там все в обрез. Надеюсь, что мы еще пообщаемся, если будет такое желание и возможность. Да, спасибо. Если нужно, я открыт, да, можно, конечно. Спасибо большое за эту беседу, Сергей, за то, что вы организовали, меня пригласили. И, Игорь, спасибо вам большое, что поделились своей историей. И большое спасибо Владимиру за вот эти вот бесценные, на мой взгляд, ремарки по поводу того, как это со стороны ребенка. Да, спасибо. Вам спасибо. Все, я отключаюсь. Игорь, а получилось что-то прояснить, какое-то направление хотя бы, помочь какой-то, ну, схватить ситуацию, какие-то хотя бы наметки, в какую сторону вообще работать и с ситуацией, и с собой, и с ребенком? Да, утвердилось желание посещать школу, общаться с учителем. Как я понял, возможно, общение с дочкой там какое-то будет происходить. Мои мысли у меня такие же были. Так понял, что у вас подобное было общение так. Ну, это и мне интересно, как бы и важно, чтобы у дочки были какие-то проблемы возникнуть. Я думаю, учительница об этом будет знать. Потом, что еще из важного, то, что вот, ну, и насчет негатива в сторону бывшей жены, да, при общении с ребенком. Как бы это и сложно, на самом-то деле это не просто. Полностью исключить в себе вот позывы такие. Но стараться работать с этим и исключить это, ну, необходимо. Я считаю, что действительно это хороший очень совет, правильно. Но это в плане, да, это того как раз, из-за чего я, собственно, это все и начал, задумал, связался с вами. Это вот именно такие-то советы. Я думаю, вот это два основных. Да, ну вот в этой области, к сожалению, поскольку вот как Агата сказала, что, ну, как таковых терапевтов, специализирующихся на этой сфере, просто нет в России вообще. И даже терминологии нет, которая бы это описывала как-то адекватно. Соответственно, найти терапевта, который сможет с этим что-то работать. Я когда ходил знакомиться, и, к счастью, у меня хороший контакт завязался со школьным психологом, несмотря на полное отсутствие контакта с ребенком. Мы с ней договорились, как бы, особенно когда она услышала, что я какими-то терминами владею, то есть хоть что-то читал вообще по этой теме, и можно быстрее выражать сложные мысли, просто потому что есть словарь, понятийный аппарат некий, да, минимальный. Мы когда консультацию заканчивали, она говорит, как написать тему консультации, как мне нужно в журнал внести. Я говорю, давайте напишем «нарушение детско-родительских отношений». Вот мы так записали. Я так думаю, что если искать терапевта, то вот что нужно ему, можно так формулировать, потому что слово «пас» не слышал почти никто, я так понимаю, а кто слышал, тот, скорее всего, ну, тему глубоко не знает. Нарушение детско-родительских отношений. В бытовом смысле так говорят. Жена настраивает ребенка против. Но я сейчас беру в кавычки, потому что мы сейчас все достаточно понимаем вопрос, все собравшиеся, да? На самом деле ситуация гораздо сложнее, чем просто жена настраивает ребенка против. Тут такие слои. Причем эти слои могут уходить на поколение назад, 2, 3, 4 поколения, если вскрыть историю, как семья развивалась. То, что происходит сегодня, это не событие, которое вот хоп и случилось, а это лет 150 назад в воду упал камешек, от него пошли круги. И вот то, что до вас сейчас дошло, это вот этот круг расходящийся. Этот камушек упал 150 лет назад, 200 лет назад, вот когда он упал, к сожалению. Тут еще, Сергей, надо и о будущем тоже задумываться, да, о будущей жизни ребенка, ее детях, чтобы это не отразилось в будущем, чтобы она понимала, что это плохо. Потому что я думаю, что даже вот взять бывшую жену, если то она многого тоже не понимает, то, что делает, зачем это делает, и каким последствиям это может привести, она, возможно, даже и не задумывается. Ну, это, собственно, почти никто не знает. Уровень психологической грамотности, к сожалению, очень низкий в стране вообще. А уровень проблем и количество этих проблем, оно огромное. Как раз вот я жалко, что я не упомянул этого при Агате. Кирилл Линда, хоть он не психолог, да, но он настаивает именно на том, что по-настоящему сильный прогресс получается именно тогда, когда
у отчуждаемого родителя, то есть, ну, отца, допустим, в вашем случае, да, в какой-то момент получается все-таки мысленно встать на место бывшей жены и понять, что на самом деле она не просто это делает, потому что она злобный и плохой человек, и она поставила своей целью испортить вам жизнь. А на самом деле это просто человек, который вырос в болезненной, травматической ситуации. Никто ему никогда за всю жизнь не помогал, то есть ни терапии не проводил. И то, как он реагирует просто, ну, как животное на тычки в него острой палкой. Просто это болевая реакция. То есть она так делает не потому, что она в секте, поклоняющейся сатане, состоит, а потому что она, вот, это ее выученные болевые реакции, и все, не более того. А это означает, что вообще-то ей нужно, ну, не то чтобы нужно, но до какой-то степени нужно сочувствовать, как это ни странно. То есть сочувствие и прощение – ключи, которые позволяют отпустить эту ситуацию. Женщины любят говорить в некоторых ситуациях: если любишь, отпусти. Но мало кто говорит, что эта же самая формула применима к детям. Как это не чудовищно звучит, но вот иногда другого варианта просто нет. Вот да. Если разрыв в общении с дочкой, я готов, и к бывшей жена, не сказать, что прям вот испытываю к ней какой-то прям вот сильный негатив такой вот. Что... Исходя из своих последних общений с дочкой, да, вот когда она ко мне у меня была, да, я обратил внимание, то, что у меня возникает желание все-таки не очернить, а сказать то, что почему так мама себя ведет, почему мы с ней мало общаемся. Возможно, даже вот предостережение ее, потому что она как ребенок, да, но ей больше ведь и опоры какой-никакой нету, кроме как мама в данной, в ее жизни так получилось. Просто как бы предостережение быть осторожнее, ей даже вообще не с матерью, вот это я и хотел ей сказать, а не сказать, что это плохо. Плохо, конечно, но в плане того, чтобы она сама им немного фильтровала эту информацию. Она, ну, вряд ли бы, конечно, даже поняла мой посыл. Я не знаю, может быть, Агата здесь бы не поддержала. Вот дети, надо понимать, что, ну, возраст есть возраст, да. Даже взрослые люди не всегда понимают динамику этих отношений. Я к тому, что в общении с ребенком, там речь идет про 7 лет, я так понимаю, да, примерно? Плюс-минус 7 лет. Да, и вот исполнилось только 7 лет. Поскольку им, ну, сложные вещи, кто, например, виноват в том, что сейчас что-то там происходит или не происходит, им это во многих ситуациях просто невозможно объяснить. Поэтому... Возможно, как вариант, имеет смысл иногда взять вину на себя, которую просто невозможно ребенку объяснить. Ну, нельзя это объяснить. Нет такого словаря, или если начать объяснять, то это будет включать его в свои разборки. Можно просто согласиться. Ты, не знаю, не пришел в прошлый выходной, и вместо того, чтобы объяснять, понимаешь, что на меня надавили, плохая атмосфера, ребенок не понимает этих слов. Ни надавили, ни атмосфера, ни тем более он не понимает, что та семья, где он живет, плохая. Сознание отвергает такую вещь. Соответственно, можно в такой ситуации такой айкидо прием выбрать, то есть согласиться, сказать: да, извини, там я. Проще сказать да, чем объяснять, почему это не он на самом деле. Брать на себя вину дополнительную работает не в минус, а в плюс в конечном счете. То есть локально это может быть в минус, но в долгосрочном периоде может быть в плюс. То есть если ребенку слишком сложно и долго объяснять, почему что-то там не состоялось, или почему не сложилось так, как он хотел, но ребенок говорит: ты сделал то-то, ну, можно согласиться, сказать: да, прости, я сделал вот это, то-то там, или не сделал, все. Да, возможно, ценный совет, конечно. Все вот эти советы, они не так легко их следовать им, на самом деле, на практике. Взять вину на себя, да, не говорить никакого негатива в адрес бывшей жены, это как бы не просто. Психологически это... Во благо ребенка все-таки хочется ему объяснить ребенку, что наоборот-таки, чтобы у нее ясность была какая-то в голове, что вот именно происходит все так и почему так происходит. Очевидно, что бывшая жена ведет, по ее инициативе все это происходит. Просто получается одна отвлеченная тема совершенно разговаривать. Вот вопрос в чем, как это применяется? Нет, не обязательно, что отвлеченная тема, но просто каждый раз, когда вот язык поворачивается, что-то оценочное сказать, не факт какой-то там, а именно оценочное, что-то плохо или что-то хорошо. Когда речь идет про ту семью, про всех членов семьи, только факты, но никогда не оценка. То есть говорить можно о чем угодно, можно фильмы смотреть, фильмы, кстати, помогают вообще. Можно показывать фильмы, где, если есть такая возможность, конечно, фильмы смотреть, смотреть фильмы, где разыгрываются какие-то сценки психологические. И ребенок, естественно, понимает легко из мультфильмов современных, из фильмов конфликты, и что не так все просто. 7 лет, в принципе, возраст большой. И если есть такая возможность, например, водить в кинотеатр, то можно этим пользоваться. Вот. Ой, Сергей, сейчас у меня вообще никакой возможности, ничего нет. Ну, да. Сейчас у меня просто ничего нет.
Может быть, Агата по-другому бы сказала, я бы предложил вот пока, но это частное мнение, к сожалению, ничем не могу ни подтвердить, ни обосновать. Я бы так предложил, что если ребенок на вопрос «пойдем», есть реальный план сегодня, например, вы готовы свозить в кафе, в кино, еще куда-то, ну что-то, что было по плану, или там к своим родственникам съездить с ней вместе. Приходите к ребенку, говорите «привет», ну не знаю, «Маша», ну что, поехали, тебя ждет твоя бабушка вторая, сестра двоюродная, ну племянница, то бишь, еще кто-то. У нас по плану кино, кафе и что-нибудь, ну и там еще посидим, поболтаем. Она, например, говорит, нет, я не поеду. Ну, на этом месте нужно сказать, точно не поедешь? Уверена? Да, то есть совсем ты не можешь, не хочешь, не поедешь? Подтвердит, например, да, не хочу, не могу, поеду. Поэтому человек говорит, ладно, что делать, ладно, может быть, в следующий раз. Тогда я поехал. Племянничество надо вести. Вот в моем случае племянники тоже играли роль свою в этом. Да, я вот использую племянницу в этом отношении. Во многих случаях она действительно помогла, когда там бывшая жена не настолько была изощренной, как бы не добивалась такого результата, видимо, скорее. Но какой-то результат был, и вот ну, человек, да, пришел к ребенку, ребенок не видел этого человека. Вот. А когда приходил с племянницей, она очень легко шла на контакт с ней, ну и, соответственно, мы спокойно уходили. Это была хитрость такая моя, которая вот сейчас почему-то уже совсем не срабатывает. Это как бы была последняя соломинка фактически, да, в моем случае. Соломинка, за которую я держался, и она у меня уже все не работает. Вот. Тут единственное, с племянниками тоже нужно границы соблюдать, потому что все-таки надо понимать, что ну, ребенок, скажем так, на своего ребенка плохо опираться, но опереться на племянника в этом смысле психологически ничем не лучше. То есть если он играет именно роль опоры психологической, то есть просто замещает собой, то это тоже плохо, только уже страдать будут уже племянники, а не свои дети. А если он выступает таким как бы щитом, если его привести с собой в надежде, что, например, не будут нападать, не будут обзывать при ребенке, то есть ребенок таким как бы щитом выступает, да, тоже на самом деле... Универсальную защиту предоставляет, на самом деле. Да, но это все-таки, ну, это некоторое такое использование ребенка, с этим надо не переборщить. Даже если ничего не будет сказано, возможно, невербалика будет такая, что, в общем, никто не обрадуется. Это все-таки это некоторая такая нагрузка на ребенка, которую он по-хорошему не должен нести. Скажем так, от вашей плохой ситуации не должны еще и племянники страдать ни в коем случае. То есть, если Это интересный момент такой, Сергей. Эта девочка, Алиса ее зовут, 7 лет, она видит, как бывшая жена разговаривает со мной, как видит, как она... Ну, в присутствии ее она мне не передавала ребенка, когда вообще ее не выводила на улицу, просто разговаривала со мной через забор. Мы с ней вместе это все видим, и мы с ней обсуждаем это вот как с вами. Она на самом деле девочка очень развитая для своих 7 лет. И она видит и говорит, что да, это как театр, как бы. Ну, я говорю, давай мы пойдем, как театр будет представление, да. Ты посмотри, как она себя ведет. То есть это для нее это как бы тоже как опыт, наверное. Не знаю, надеюсь, что она его применит, конечно, для хорошего, как бы. Но она видит это все намного лучше, чем я в свое время. В этом разбирается уже в 7 лет, получается, понимаете. Тем более, все-таки не стоит ее грузить. Вот если ситуация конфликтная, потенциальная, тем более, если ребенок это чувствует, то, ну, так, ограничено, да, ограничено. Получается, как бы она выступает в роли такого, ну, в кавычки возьмем, телохранителя. Не очень тоже комфортная ситуация для ребенка. Он как бы становится в ситуацию взрослого. То есть, как бы от него требуется взрослое понимание ситуации, взрослое. То есть она как бы типа терапевт такой в ситуации. А ребенок ни разу не терапевт все-таки, он не должен. Просто как общение, что вот можно куда-то поехать, да, почему бы не поехать? У меня было настроение съездить там в отпуск с детьми. Ну вот свой не едет. Кто-нибудь еще хочет поехать? Поехали. Ну поехали, все, съездили. Хорошо, съездили. И не раз уже съездили. Ну что делать? Тоже при этом, естественно, не пытаться вытеснить родителей, там, не становиться еще одной мамой, которая вытесняет родных родителей, ни в коем случае. Я только дядя и только дядя, то есть я могу там выступить спортивным тренером, развлекателем, там, не более того. То есть я не папа, я не мама. Тоже границы, дети тоже это хорошо чувствуют. Владимир, а что-нибудь порекомендуешь еще, что-нибудь, что не было сказано? Может, какие-то просто есть идеи чего-то, что я не делал, но что стоило бы попробовать, может быть? Да нет, все-таки тема-то довольно сложная, и, откровенно говоря, смотря на другие случаи, кажется, что, несмотря на запущенность, ситуация наша была довольно-таки легкой. То есть нам много где повезло. То есть ты не знаешь и половину того везения, что происходило, но вот в особенности я осознаю, что вот наше возобновление отношений, в принципе, более-менее нормальных, это случайность. Не очень, довольно маловероятная.
посоветовать. Все было уже сказано. Без настойчивости любые силовые даже побуждения, они только подтверждают теорию о том, что, как и тебе мама говорит, а он там и почту ему подсматривает, из-за него у нас компьютер не работает, а вот у нас домофон сломался из-за этого. Ну и короче, вот любая настойчивость и проявление подобного поведения лишь подтверждают подобную теорию, что очень негативно сказывается. Несмотря на все, без особой фанатичности, то есть быть готовым, что, возможно, все это не сработает. Не становиться там сталкером, постоянно ходить рядом, там кейс с кейсом у Линды или у кого был, который тебе еще запомнился. Ты про чемодан с документами, про который Линда рассказывал? Который надо было просто сжечь, да. К сожалению, реальность такова, что вот, ну, никакой практической пользы сохранения этих вещей просто нет. То есть это означает просто еще больше своей жизни спустить в эту вот мясорубку, к сожалению. Такая ситуация. Это вопрос разделения частей, которые мы спускаем в эту мясорубку, ну, конечно, тоже еще отдельная тема для разговоров. Если так вот вкратце, да, вот на что мы тратим свою жизнь и что мы получаем, с чем мы расстаемся, с чем бы нам нужно было расстаться, мы не знаем. Сложный вопрос такой иногда. Потому что вот эта вот ситуация, да, она длится уже, получается, там, борьба за ребенка, назовем ее так, грубо говоря. У меня проект, получается, идет с 2013 года, уже 5 лет. Когда девочке было 2,5 года, дочке, она... И вот с тех пор сразу началось, резко. Для меня это было тогда удивительно, до сих пор я удивляюсь, зачем это, для чего это делается. Мне ничего не остается другого, ну, как бы я пытаюсь решить этот вопрос. На эти вопросы, соответственно, я трачу тоже очень много времени. Эту жизнь свою и спускаю. Это чемодан, я его и несу, собственно, образно говоря. Ну, а что еще? Создавать другую семью, это уже как бы... Тут другие проблемы совсем возникают. Это да, это я подтверждаю. У меня самый смотрибельный ролик по статистике, по-моему, на моем канале называется «Личная жизнь РСП». Я даже не думал, что это настолько будет скандальная тема, но, в общем, там эта часть задевается. На самом деле, к сожалению или к счастью, но вот Линда про это тоже говорит, что, к сожалению, для многих мужчин вот именно такие травматические события, они в то же время становятся такой поворотной точкой, точкой бифуркации, где человек просто вынужден начать, например, входить в тему психологии, психики. Вдруг читает книжки на тему, как общаться с детьми, как разбираться в своей собственной жизни, психике. Это становится через травму, получается, если это правильно переработать, получается точка роста. И куда ее дальше пустить, ну, если хорошо пойдет, можно, в принципе, пустить ее в любое направление. Вот я не буду сильно рекламировать, но, тем не менее, все-таки я отношусь к тем, кто считает, что МакТау направление ничем не противоречит детям, а в перспективе ничем не противоречит даже и браку. Это, конечно, не для всех, совсем не для всех, это для узкой группы подготовленных лиц, но могу только сказать, что у меня эта логика, хоть она не называлась тогда таким термином, его не было просто этого термина, но сама логика, которая за этим стояла, она мне как-то довольно быстро пришла в голову, что МакТау, то есть мужчина, идущий своим путем, то есть, наконец, во-первых, нужно открыть, в чем этот свой путь состоит, и удивительным образом оказывается, просто многие люди живут до развода под впечатлением, что их путь – это вот семья и дети. Оказывается, что нет. Это как бы стул, который легко выдернуть из-под любого человека. Он хоп, вчера был, а сегодня его нет. Нету ни семьи, ни детей, да даже с детьми. И оказывается, что нужно искать какие-то другие точки опоры, более, ну, более устойчивые точки опоры. Не видя людей отдельных, не видя вот этих всяких временных союзов, а что-то такое более глобальное, такие экзистенциальные точки опоры. И вот приходится их, ну, открывать для себя, что-то изобретать, что-то совершенно новое иногда делать, пробовать. После распада семьи, да, вот это то, что происходило со мной, это действительно очень сильно изменило мою личность. Ну, как изменило? Скорее всего, в лучшую сторону, я тоже согласен. Я по-другому стал смотреть на мир, совершенно иначе, на женщин, на отношения, на детей. Ну, с детьми-то вопросов очень много, еще они не возникли, собственно, у меня. У меня ребенок не подросток, а всего лишь пока что совсем очень маленький ребенок. Проблемы, я считаю, что они не настолько масштабные. У меня родители развелись, когда мне было лет 12. И мама до сих пор меня упрекает тем, что я общаюсь с отцом. Это слишком перебор уже как бы потер. Между прочим, тоже это, к сожалению, но это правда. В том числе как побочный эффект того, что человек начинает разбираться там со своими обвалившимся браком и с разрушенными отношениями с детьми, может прийти совершенно новое понимание собственной семьи, где мужчина рос. Как проходило детство,
как на самом деле общались папу с мамой, что они были за люди, кто на самом деле там был, в чем виноват и в чем не был виноват. Вдруг открывается новое зрение такое. Оказывается, я все не так понимал. Да, понимание пришло, убеждение в своих вот этих мыслях. То, что да, действительно, возможно, вот это происходило вот именно так. Я думаю, раньше было, а на самом деле происходит по-другому. Но тут еще один момент есть, то, что в этом мире все всегда может измениться, и моя точка зрения, она может опять же таки измениться в будущем. Вот это не, от этого никто не застрахован. Да я вообще-то считаю, что это нормально. Естественно, человек проходит через стадию, он развивается, и он может и циклами идти некими, то есть могут циклические мысли приходить. Мне кажется, это нормально. Это жизнь. Человек меняется, меняется жизнь. Как ни странно, что вот эта вот жизнь, она как бы нам не, совершенно не так представляешь в детстве, и нигде не говорится о том, что она вот именно вот такая. Ну, какой угодно, но только не такой. Ни в каких снах не пришло бы мне, что вот так вот все приходится решать годами какие-то вопросы, которые, по сути, возникают просто из ничего. Нехорошо то, что к этому никто не готовит, потому что вот, действительно наш век, когда все научные исследования проводятся, прогресс, цивилизация растет, там, да, а мы в таких простых вещах, как отношения семейные, которые изначально должны были быть полностью раскрыты, исчерпаны, чтобы жили счастливо, спокойно и хорошо, они у нас почему-то совершенно нигде не освещаются. Я тут скорее сторонник теории, ну, почти заговора. Я думаю, что, скажем так, людям умышленно не дают вот этих вот знаний, потому что если бы им их давали, то общество было бы другое и, скорее всего, менее управляемое. Да, возможно. Игорь, я хочу черту подвести. Как впечатление, удалось что-то подчеркнуть в нашей сессии с помощью Агаты, с помощью того, что мы рассказали? Сергей, ты надо подумать, так вот сказать, с лету. Да, и, конечно, много полезного есть. И Агата своими советами тоже помогла. Спасибо и ей, и вам за организацию, за подготовку. Вам спасибо за откровенность. Вы знаете, Сергей, давайте мне вот интересно еще, как повлияет этот разговор, да, и мои вот эти вот мысли на общение с ребенком в будущем. Обращусь к психологу школьному, поговорю с дочкой в школе в ближайшую неделю-две. Попробуем, может быть, еще раз пообщаться. Какой бы ни был результат, я думаю, мы его можем обсудить, да? Ну, собственно, я предлагаю там взять какой-то тайм-аут разумный, чтобы было видно изменения, прогресс, и, возможно, повторить. А на сегодня большое спасибо всем участникам. Собственно, мы собираемся это опубликовать именно для того, чтобы больше людей знало об этом и немножко, хотя бы чуть-чуть, хоть на полштыка лопаты копнуло вот в эти вроде бы совершенно элементарные вещи, но которых, знания которых мы вот лишены. 10 лет школы мимо, 5 лет института тоже мимо, и после этого все как-то мимо. Вот пока человек сам не возьмет, к сожалению, и по неприятному поводу все это начинается, это, конечно, жаль. Может, кто-то об этом что-то узнает заранее побольше. Так что спасибо, счастливо и до связи. До свидания. Удачи.